Один, два, три. Всем добрейшего субботнего, пасмурного, а может быть у кого-то и светлого утра. Тем, кто с утра не спит и готов подумать о бренности игроков квесты, тех я приветствую, да, здрасте. Продолжим играть Death Gate, 94-й год. Отличная графика, забавные тексты. И полное отсутствие моего понимания, что делать дальше. Death Gate Exe. Музыку они вначале, конечно, сделали просто капец. По ушам немного режет, особенно когда тестируешь захват. You all know why. I know why. You know why. Как в этом было. В God of War. Так, 2000 лет назад случилось всякое. 2000 лет назад — это слишком далеко от нашего момента времени. Потому что, не то... Вот опять музыка. Почему-то музыка любит почему-то выставляться на очень высокую громкость. Так, и так как я ее не слышу, не вижу в ОБС, значит, ее и на стриме нет. Надо поправить баланс. А вот так, наверное, перебор. Да? Вот так должно быть нормально. Хотя, наверное, ничего не изменилось. Ну ладно, верни как было, и все будут думать, что стало лучше. Так. Проблема-то у нас в чем? Что у нас сложилась ситуация классическая для квестов, когда игрок абсолютно не понимает, чего от него хотят. По сюжету у нас имеется задача на то, чтобы впечатлить человеческую принцессу. Причем... Даже эта задача нужна не нам, ну, в смысле, ее впечатления нужны не нам непосредственно, а эльфскому принцу. Для чего ему требуется? Голова. И это уже проблема, потому что голову дать мы ему не можем. Ну ладно, с этим он как-нибудь сам разберется. Ему нужен волшебный посох, который находится на дне здоровенного зева, ямы бездонной. Ну, она не то чтобы бездонна, дно-то у нее есть, потому что об это дно один раз мы даже разбились. Да, вот этот посох, который там где-то внизу находится, надо как-то заполучить. Также ему нужны были цветы и ништяки. Вот ништяки и цветы мы ему принесли, остался посох. Если я ничего не путаю. Да, сейчас на диск наколдуем перемещение. Ну, вспомнить просто, что этот эльфёнок говорит нам. Вот этот гражданин. Ой, все-таки громко. Все-таки громко. Вот так она должна звучать. На стриме. Так. Значит, что он нам скажет сейчас? Полезного, доброго, вечного. Hello, good sir. Здрасте. Что тебе конкретно надо, чтобы к принцессе подойти и побеседовать? Золотой посох, да, правителя. Да, говорит, у меня уже есть поэзия. Подаренная нами. Цветы, подаренные нами. Остался посох, подаренный нами в будущем. Какой-то бесполезный принц. Абсолютно бесполезный принц. Дама вот эта хотя бы, у нее есть флейта, есть меч. Она молодец. А у этого оболтуса нет ничего, кроме желания подкатить к этой даме. Очень реалистичная игра. Так.
От дамы нам нужен, собственно, меч, но потом. Не сам меч, точнее, а надо, чтобы она подошла к вратам в нужный момент с этим мечом. Также вот это, чтобы Болтус подошел к врачам, к вратам в нужный момент. Еще, чтобы гном с молотом подошел к вратам в нужный момент. Все они должны будут вставить свои предметы в специальные пазы, и дверь в цитадель откроется. Но это в далеком будущем. Нам нужен... От нее нужна флейта. Да, флейта с драконьими крыльями. Потому что эта флейта, я так понимаю, позволит нам либо пройти через лес, где обитают гиганты, либо как-то пообщаться с драконом. Потому что на флейте крылья обозначены такие перепончатые. Да, не перепончатые, а... Как, кстати, такие... кожистые крылья называются, как у летучих мышей. Они же не перепончатые. Перепончатые крылья — это насекомые, да? Не все, но некоторые. А вот название... Ну-ка погуглим сейчас. Название крыльев летучих мышей. Рукокрылые. Они рукокрылые. Они не перепончатые, они рукокрылые. Хм, прикольно. На латыни летучие мыши общее название вида звучит как микрохироптера. Микрохироптера, прикольно. Они рукокрылые. А перепончатокрылые тогда это кто? Перепончатокрылые. Да, это насекомые. Ну, собственно, не обязательно насекомые перепончатокрылые, но у насекомых крылья перепончатые. Перепончатокрылые — один из крупнейших и наиболее развитых в эволюционном плане отряд насекомых. А, это целый отряд насекомых, то есть, да, насекомые. Группа включает более 150 тысяч видов из 9100 родов. Фига себе. Вот, ну да, перепончатокрылые, короче, это насекомые. Не каждое насекомое перепончатокрылое, но каждое перепончатокрылое насекомое. Чехвост! Привет тебе, здравствуй, доброе утро! Привет, привет тебе! Чего не спим? Хотя у тебя, наверное, времени просто уже, да? Солидно. Может быть, вообще у тебя уже понедельник. Такого на планете Земля, конечно, не бывает, но... Было бы прикольно, если бы... Интересно, как должна быть устроена планета? Хотя никак не получится, да, она же круглая, и максимум это 360 градусов. Ну да, нельзя добиться того, чтобы на планете с ее отсчетом времени разница между часовыми поясами была больше, чем 12 часов. В смысле, больше, чем 23 часа получается. Да, ну полный круг, потому что... А вот если на планета, которая либо медленнее крутится, либо больше радиусом, на ней применять исчисление времени, допустим, земное, то тогда да, тогда может быть. А вот если бы планетой самой мерить, то только 23 часа разницы, да, может быть. Я задумался на эту тему. Вот есть у нас Гринвич, да, на 0 часов. Ну, одной из там точек, да, отсчета. Допустим, это будет Гринвич. Который UTC сейчас называется. В запад от него идет минус по времени. На восток от него идет плюс по времени. Максимум в плюс 12 часов, максимум в минус 12 часов. А вот на том месте, где эти плюс и минус сходятся, получается, ты от антигринвича, да, от того, на 180-м меридиане в одну сторону имеешь то, что от Гринвича в минус, а на другую сторону то, что от Гринвича в плюс. И получается, переходя из одного меридиана в другую, ну, по одному до этого меридиана влево-вправо, ну, на запад, на восток, ты перемещаешься, да, между этими разницами.
Интересно, а где проходит 180-й меридиан? Надо погуглить. 180 меридиан. Меридиан. Он проходит у нас... Ну, он даже через Россию проходит. Рядом с Баренцевым морем. Или какое там? Там Баренцевое море, да, по-моему. Линия перемены даты, она называется. Так. Линия перемены даты, красные границы часовых поясов. Условная линия на поверхности земного шара, проходящая от полюса до полюса, по разные стороны которой местное время отличается на целые сутки. Или почти на сутки. То есть по разные стороны и линии часы показывают примерно одно время суток. Возможно, разница на 1-3 часа из-за сдвига часовых поясов. Однако на западной стороне линии дата сдвинута на один день вперед относительно восточной. Это можно выразить иначе следующим образом. Если на линии перемены даты в данный момент полночь, то на противоположной ее гринвичском меридиане 0 в этот момент полдень. При этом на восток от линии перемены даты сутки начались, а на запад от нее те же сутки уже заканчиваются. Ну вот, да, прикольно. Что-то я только сейчас об этом задумался. То есть про нулевую точку все помнят, потому что, ну, часовые пояса от нее меряются, да? А вот про обратную ее сторону. Блин, прикольно, 180-й меридиан. Забавно. Ладно, но это к игре не имеет никакого отношения, просто было интересно поковыряться. Потому что в игре я все равно не понимаю, что делать. Значит, от нее надо как-то получить флейту. Флейта даст возможность пройти в лес. Или в лес, или дракон. Но, чтобы подступиться к дракону, нужно, если, допустим, флейта нужна для дракона, да? Чтобы подступиться к дракону, нужна флейта. Чтобы получить флейту, нужно спуститься в Зев. Чтобы спуститься в Зев, нужно управление драконом. Ну, я так думаю, что надо будет спускаться в Зев на драконе. Потому что на корабле, на нашем летающем, нам не дают туда полететь. Поэтому я что-то не очень понимаю, что делать. Там мужик с драконом. Тут площадка, где можно веревочкой перекидываться туда-сюда. Здесь Зев. Здесь дети сидят. Тут корабль, тут внутренности корабля. Куда ж пойти, куда ж податься? Кого б найти, кому поддаться? Что у нас есть? У нас есть живительная жижица, у нас есть скорлупка со светящимся нагретым янтарем, есть розовые цветы, которые горькие. Бумага есть, кстати, что на бумаге? А, by the time to die. Да, это шифр от открывания сокровищницы братства Черной башни. У нас есть зерно ореха. Кстати, зерно ореха. Зерно ореха. А если зерно куда-нибудь уронить, оно, интересно, прорастет. И чтобы оно проросло, оно, интересно, прорастет быстро. А можно пожарить, например, зерно ореха? Да, извините, но не going to get this, not back, not this. Да, если так сделаешь, то орешек обратно в целости не получишь. А кто сказал, что я хочу его в целостности иметь? Мне, возможно, это и не требуется так-то, по большому счету. Ну ладно. Так. Вот классика. Классика квестов. Просто сидишь и думаешь, что от тебя хотят. Не как это сделать, а что от тебя хотят. То есть глобальная цель более-менее ясна. Но она была ясна с первых моментов диалога с этим эльфом, а с тех пор уже куча всего случилось.
А вот ближайшая цель. Ближайшая цель у нас. Надоело, костер тут над духом шуршит. Очень плохо сделали звук костра. Неприятно слушать. Костер обычно приятно слушать, да, он так потрескивает. Но тут, к сожалению, нет. Вот есть зев. В этот зев бы нам чего-нибудь. Кстати, по поводу tutorial keyboard shortcut. Do save restore. Куда пойти? Close. Restore and do help. Ага. Ладно, не помогло. С зевом. Допустим, мы туда бросим... А, мы пытались, да? Аляндра, кстати, классную мысль предложила, да, бросить туда светящийся этот эмбер, чтобы осветить там дно. Но, к сожалению, нужен нам для каких-то других задач, и игра не позволяет нам этого сделать. А мысль была прям хорошая, как флайер, да, туда бросить. Файер, в смысле. Fire. Такое. How much is the fish? На-на-на-на-на-на-на. Вот. Но, к сожалению, не сработало. Я могу туда книги побросать. Мало поможет. Можно к гигантам сходить, к титанам. Может быть, из этого что-то получится. Надо нам мотнуться туда. А, нет, сюда надо. Больше мест посадки нет, есть только цитадель и вот этот город на деревьях. Городом его сложно назвать, но ладно. Они называют его городом, почему бы мне его не называть городом? Ладно, полетели на цитадель. Commander Shepard. Песня была у этого. Ну почему была, есть. У Miracle of Sound. You can fight like a Krogan, run like a Rapid, but you never be better than Commander Shepard. Прикольная песня. Так. У нас есть вот эта вот тварь. Вот эта. Которая помогла нам добраться до орешков. Но... толку. Может быть, нам еще целый орешек нужен? Нет. Говорит, что ты уже взял достаточно из запасов еды этого бедного животного. Да ладно вам. Жалко вам, что ли? Так. Вот тут у нас дверь, в которую потом надо будет ставить меч, посох и молот. Точнее, даже не нам надо будет ставить, а надо, чтобы... Ну-ка, забраться я могу на дерево? Нет, не могу. Да, деревья за стенами цитадели слишком нежные, слишком ломкие, хрупкие, чтобы по ним можно было забираться. Ожидаемо. Вот здесь, кстати, интересный момент. Я не очень понимаю, зачем в этой локации вот этот пень. С ним явно что-то можно сделать. Вот прям... Прям что-то можно сделать с ним. Посмотреть на пень. Да, пень мертв уже давным-давно. Маленькие дыры. Тихо стоять. Маленькие дыры. Свидетельствует о том, что он пуст. Одна скрученная ветвь торчит из него под странным углом. А может быть, нам как-то можно сжечь? Да, туда его никак не запихнуть. А если проковырять его? Не видишь, так. А вот ветку можно отковырять, например? Вот у нас есть ветка, можем ее отковырять? Close. Look, look at. Вот есть look, а есть look at. Интересно, в чем разница? Да, и у пня единственная ветвь, и она торчит под странным углом. Что в этом углу странного, я не понимаю. Но наше внимание на это очень четко обращают, что угол странный, и с этим надо что-то делать. Я вот думаю, пень старый, сухой, пустой. Его, наверное, надо... Я думал его сжечь, но оставить ветку. Сейчас пытался отрезать
ветку. Но... Путто. Орешек, если в него положить. Не видишь, каким образом можно было бы вставить орешек в это дело, да? В пенек. Цветочки. Цветочки тоже не хочет. Джемом намазать пень. Нет. Залечить пень, может быть. Нет. Взять. Да, ветка выглядит как неотъемлемая часть пенька. Ну блин. Что-то с этим пеньком можно сделать. Что непонятно. Так. Идем дальше в лес. Вот здесь стоят гиганты, они меня не пускают. Есть мелодия, которая может остановить гигантов. А так сказано в книге Приана. Но для этого нужен инструмент. Инструмент у принцессы. И это проблема. Не в том смысле, что инструмент у принцессы, а в том смысле, что она не хочет с нами разговаривать. Она говорит, что я вас не знаю. И как в интернетном мемасе, говорит, кто такие, я вас не знаю, идите своей дорогой, молодой человек. Если попытаться пройти дальше, там меня останавливает какая-то фигура, которая надвигается на меня, такая, сука. И фиг его знает, что с ней делать. Чехвост, у тебя есть какие-нибудь соображения на тему, что бы можно было сотворить тут полезного? Я открыт для идей. Гуглануть, ну, можно, конечно. Ну, в смысле, технически, конечно, это возможно. Но я не буду так делать. После того, как я хотя бы что-то погуглю про игру, мне становится в разы менее интересно в нее играть. А тогда и вообще смысл играть пропадает. Если в игру играть неинтересно, я ее бросаю. Поэтому, если я что-то не могу пройти, то, к сожалению, да, я игру прекращаю. Так у нас было, у меня было с Крондором, например. Я играл, играл и тоже уперся в то, что я не понимаю, что делать. И я не стал смотреть. Ну, потому что потом будет как-то вот это ощущение, что я воспользовался чужим знанием. Оно, не знаю, оно как-то мешает мне получать удовольствие потом. Не знаю почему. Это какая-то... Может, это электрошоком надо лечить, я не знаю. Но вот. Такая есть у меня особенность странная. А когда от игры не получаешь удовольствие, потом я не получаю удовольствие от игры, и как бы, ну, зачем тогда вообще тянуть квест за сюжет, как бы? Тогда уже можно всю игру по гуглу пройти. Хотя, конечно, игра на самом деле... Она не иллюзорно намекает на то, что такие ситуации возможны. Вот если обратить внимание на меню помощи. Да, в этом и проблема, чехвост. Да. Именно так дела и обстоят. Если гуглану, если не гуглану, остановлюсь, да, потому что просто ну, не смогу пройти и все. А если гуглану, тоже остановлюсь. То есть я пройду этот момент, да, на какое-то время меня еще хватит поиграть. Ну вот, я просто знаю, как это будет со мной. Я потом уже буду так. Я буду понимать, что как бы, ну, это прохождение уже не мое. Ну вот оно уже не мое. Чего-то будет мне не хватать. Сильно так причем будет не хватать. В голове в своей, имею в виду. И да, и тогда в итоге мне станет скучно, и я брошу. Я уже так поступал, да. В смысле, я поэтому и знаю, что со мной так будет, потому что я уже несколько раз так делал с другими играми. МТГ Арена. Magic the Gathering Arena.
Зачем? Нет, в смысле, я не против этой игры. Мне просто интересно, почему именно она. Я еще помучаюсь, конечно. Я еще помучаюсь. По поводу того, что игра предлагает. У нее в туториале есть прям пункт. А, нет, так, нет, 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 пункт. Пожалуйста, выйдите. Help aborted, да. Сейчас, quit, не-не-не. Сейчас. Helpful hints. Вот в подсказках внутриигровых есть такой совет. Сейчас, вот. Говорит, если вы совсем застряли, вот если вы в натуре, блин, застряли и вообще не втыкаете, что делать, примерно так здесь и написано, позвоните на нашу 24-часовую поддержку по такому-то номеру, причем код, видите, clue, 2583, clue. И тогда вам за какие-то жалкие 75 центов в минуту расскажут, что делать. Понимаешь? А можно за $10 заказать хиндбук. Тоже официальный. Ну, то есть, игра сама говорит о том, что, чувак, у тебя могут быть проблемы. Прям жди этого, готовься к этому. И либо звони за бабло, либо за бабло заказывай себе книгу подсказок. Кстати, мне интересно... А, ну у меня же не не гоговская версия, да, у меня просто дозбокс. И к ней, по-моему, не шел хиндбук. Сейчас я посмотрю, конечно. Где он там, Death Gate? Ну да, тут хиндбука нет. Но тем более, если бы в хиндбуке были бы напрямую ответы, то это было бы неинтересно. Так. Что же делать, что же делать, как же дальше быть? Куда пойти? Из того, что у меня имеется, что я могу сделать? А, я сейчас хотел вернуться на корабль и все-таки попробовать уплыть в другой мир. Мало ли, может быть мне удастся в другом мире что-то сделать. Нет, он говорит, что ты еще не закончил свою миссию в Приане, поэтому сиди здесь и не дергайся. Сиди, говорит, и не дергайся. Да я особо и не дергаюсь. И я сижу. Это считается за успех? Так. Что бы я мог предпринять? Так, может, я здесь что-то не сделал? Снаружи цветочки. Здесь я подобрал розовый цветок. Вот этот. Что с ним делать, непонятно. На вкус он горький. Так, вот путь на восток, кстати. А, нет, это к этому, к дереву. И вообще он на запад. Почему он меня на запад ведет? Ну, просто... Ну, хотя ладно. Говорят на запад, значит на запад. Деревья, деревья, деревья. Твой корабль. Не, мой корабль, я уже представляю себе его возможности. Так. У нас есть зингер, который не заряжается. Вот у меня ощущение, что надо все-таки к Зеву пойти и что-то с Зевом сделать. Ну, потому что у нас остался только посох. Все остальное, все, что надо, нашли. Пацану отдали. За драконом поздоровались. Все-таки надо искать ответ рядом с Зевом. Так, Зев это у нас вот сюда. Вот, вот это Зев. Поздоровайтесь, это Зев. И он бездонен. И все такие, да, да, мы тебя понимаем, чувак. Бездонный Зев, да. Вот. Варианты такие, туда можно прыгнуть. И там ударится о дно. Один раз ударится о дно. Странно звучит на русском языке. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Вот такое устроить там можно. Но, к сожалению, это не приводит ни к какому положительному результату.
А очень бы хотелось. Не, конечно, иногда вот в жизни, если устроить кому-нибудь Let His Body Hit the Floor, иногда это помогает продвинуть сюжет дальше. А иногда не помогает. Здесь это не помогает пока вообще соусам. Такая мужичка тут играет. Так. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Взев. Я сейчас попробую кинуть все взев. Зингер. Так, нет. Вот зингер. Ну-ка, активировать зингер. Да, в нем нет электричества. Один раз мы его там применили, он разрядился, и пока непонятно, что с ним делать еще. Так. А я могу put зингер в зев? Да, он отвечает, что ты не настолько ненавидишь зингер, чтобы бросать, чтобы обрекать его на подобную судьбу. Да, действительно, я не питаю к нему никаких особо неприятных чувств. Так, это журнал кого у нас? Это журнал... А, это журнал торговца, который сох там по одной даме, и которого мы обманули в итоге. Точнее, даже не его самого, а его портрет. Мы обманули портрет торговца. Странно звучит, но в этом мире такое возможно. Так, это что за книга у меня? А, это книга... Да, управление Кимси Вимси. Она нам отлично помогла. И у меня брякает почему-то рабочий телефон. Сейчас, секунду. Он брякает. А. Отчет антивируса пришел. Нет, спасибо. Так. Это книга Приана. Из нее мы узнали про гигантов, про цитадель, про электричество, про энергию, которую цитадель должна аккумулировать и распределять по мирам. Узнали про мелодию, которая становит гигантов. Много чего узнали, но не узнали, что делать дальше. Что делать с янтарем в скорлупке вообще непонятно. Цветочки горькие и куда их девать пока тоже непонятно. Есть орешек. Так, а если орешек попробовать скормить животному? Мы же этот орешек у него забрали, у животного. А может быть, оно оценит жест щедрости и даст нам что-нибудь взамен, если мы отдадим ей орешек обратно. Она же ради них расколупывает сами орехи, ради ядрышек. А мы это ядрышко у нее забрали. Может быть, если ее порадовать, она нам что-то даст. Я просто не помню, пытался ли ей давать ядро ореха. Так, ты бросаешь ядро ореха животному. Да, оно прямо в воздухе, значит, заглатывает его. А, нет, схватывает его и обнюхивает очень внимательно. Лицо ее искажает гримаса отвращения. Потому что ядро пахнет розовыми лепестками. Ну, не розовыми, в смысле, желтыми лепестками, которые мы использовали для того, чтобы отобрать у нее это ядрышко, собственно. Очевидно, что запах для него слишком неприятный. А, слишком... запах у нее... в смысле, обоняние у этого животного заметно чувствительнее, чем твое. Либо эта тварь более привередливая. Она бросает тебе ядро ореха обратно в башку и попадает прямо в цель. Да, падает на землю, где ты его и подбираешь. Понятно. Не понравилось ей. Не сработало мое предположение. Так, а если я кину ей ядра чистый изумруд? Да, никакого внимания она не проявляет. Не то чтобы это была хорошая идея, но была хоть какая-то идея. Теперь у меня нет идеи вообще опять все еще. Может, розовые цветы кинуть? Нет. Мармеладку ей кинуть. Точнее, не мармеладку, а джем. Нет.
Не хочет. Может, что-то магией надо сделать. Надо не забывать про магию, да? У нас есть идентификация, нагрев, холод, перемещение рун, создание кармана реальности, покрова тьмы, смена мест, движение и транспортирование, транспортации. Ничего из этого я не понимаю, как использовать. Ну, в смысле, в данной конкретной ситуации я не понимаю, как они могут быть нам полезны. А как-то могут. Наверняка. Скорее всего. Может быть, не прямо сейчас, но когда-нибудь. Когда-нибудь все бывает полезно. Так. Так, сказал бедняк. Пойду себе чаю налью. Так, раз, два. Пошел наливать чай, налил молока. Что тоже неплохо. Так, что же делать, как же дальше быть? Что мы можем наколдовать? Орешек ей не понравился. Может быть, орешек как-то очистить от запаха? Обмазать орешек сладким? Нет. Вылечить орешек? Нет. Из последних предметов, которые я получил, это был орешек и янтарь в скорлупке. Все остальные предметы, которые я получил недавно, я нашел им применение. Как-то надо спуститься в Зев.
Из того, что понятно, что надо делать, не конкретные действия, я имею в виду, а какой цели добиться, да, это достать посох. Это единственное, что я четко понимаю. Все остальное туманно. Что еще можно сделать? Так, музыку надо убрать немного. Так, хотя она вообще есть. На стриме, наверное, ее и нет совсем, да? Не то чтобы она там была сильно нужна. Но все равно. Так, только баланс надо немного поправить все-таки. Чупочу. Вот так, чуть погромче пусть будет. Пусть там на фоне себе брякает. Себе брякает. На фоне себе брякает. Себе брякает. Хорошее слово получилось. Себе брякает. Что оно, интересно, может означать? Это как сибиряк, который брякает себе на каком-нибудь музыкальном инструменте. Сибибряк. Как сибиряк, только сибибряк. Блин, хороший никнейм для барда в какой-нибудь Neverwinter, например. Вот если в Neverwinter кто играет, вот вам идея для имени барда. Сибибряк. Зев. Что с тобой делать, Зев? Я уже вот в этих изгибах деревьев, в этих изгибах деревьев. Блин, сложный русский язык. В этих изгибах начинаю видеть хтоническое улыбающееся лицо. То есть вот это рот, это волосы из носа, это единственный глаз, и он как бы говорит: ну ты, братец, и тупой. И вот это вот лицо. Я не знаю, понимаете, вот это вот как бы искаженный подбородок, вот эта линия, это рот, либо усы, либо волосы из носа, это единственный глаз, вот это, не знаю, что это, хохолок какой-то, и вот эта вот вся рожа говорит такая: Саня, ты плохой игрок в квесты, и очень невнимательный, судя по всему. Блин. Нонград, доброе утро тебе, здравствуй, привет. Как барда? Я понимаю, что барда клёвая. Ну так просто, как у тебя там дела? Не-а. Вообще. Плачут, богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет каос. Да. Как там было? И вроде... Что-то, и вроде там какие-то не могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Да. Хорошая песня, кстати. Люблю ее. Да. Начало только сейчас что-то не могу вспомнить. Со старым знакомым по форуму начали проходить с нуля. О, кайф. Кайф.
Давайте, давайте. А борда клевая вообще. Как же там песня-то начиналась? Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров... А, остров невезения в океане есть. Да, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Классная песня. Так, что-то надо делать, что-то надо делать. Что же делать, что же делать? Как же дальше быть? Как у Пушного в песне. Может быть, потеребить? Пойду-ка я к мелким. И, ой, как она громко звучит. Ничего ж такая громкая-то. Вот так. Буду пытаться, не знаю, дать орешек, допустим, девочке. Да, от незнакомых. Подарки не принимает. Молодец. А цветы? No, thank you. Тоже не принимает. А орешек? I don't really have any use for that. Типа, он тебе незачем. А книга? No, thank you. I cannot... Да я понимаю. А другая книга? No, thank you. Да я понимаю. Блин, а джем сладкий? I don't really have any use... Так, а с детьми если поговорить? Ребенок тебя просто игнорирует. Это хорошо. Это лучше, чем если бы он как в Assassin's Creed бы бегал за мной и орал: «Монетку, подайте монетку!» С таким противным голосом. Так. Что бы мне такого сделать? Мне надо как-то заполучить у нее флейту. Могу я взять ее? Sorry, да, никогда не отдаю свою флейту. А можно попросить вас подудеть в свою флейту? Вот просто ради интереса. Нельзя, да? Закрыть флейту можно? Нельзя закрыть флейту. Так, а это что за книга у меня? А, книга братства. Да, из нее мы узнали про комнату, про все дела. Там еще четвертый спиногрыз. Ну да, но он вообще как бы такой. Ты не можешь привлечь внимание этого мелкого. Он слишком занят, играя в собственные игры. И вот он так уже 2 часа. Ему кто-то дал iPhone, и вот он в него втыкает. Да. Может быть, ему орешек кинуть? Пяу. Нет, он слишком занят. А девочке, может, орешек дать? Пяу. Да, говорит, не очень весело. А цветочки? Опознавал. В смысле, заклинанием опознания, ты имеешь в виду? Ну, опознание же работает только на магические предметы. Вон. Мажорный меч, да. И про мажорный меч и так все понятно. Он нужен для того, чтобы открыть врата в цитадель. И это один из тех мечей, которые дали эти сиртаки, сартане, меньшим расам. Вот у дворфов в сокровищнице где-то прячется молот. Эльфы-придурки выбросили свой посох в зев. А люди вот с мечом наперевес ходят и правят друг другом неистово. Вот. Сатрапы, да, сатрапы, да. И не говори. Да-да-да. Я все время, когда слышу это слово, вспоминаю сцену из «Улицы разбитых фонарей», когда Кузьмич
который играл Кузьмича в этом, в особенностях национальной охоты. Он там, ну, какая-то эпизодическая роль у него была, и он выходил, он то ли осведомителем был, то ли кем-то, то ли просто корифаном этих ментов. И когда выходил из участка, такой, типа, чтобы уйти с понтом, он кричал, что волки позорные, сатрапы, еще там что-то. И потом нарвался на то, на начальника милиции. Ну, как это называется? Командир-капитан. Капитан он, да, он капитан, и при этом начальник участка, да. И вот, он там просто так кричал, так красиво. Ну, как красиво? Ну, да, от души так ругался. Сатрапы. Что-то вспоминается каждый раз этот эпизод. А еще вспоминается сцена, как Дукалис с автоматом наперевес подходил к какой-то машине там. Бандиты какие-то сидели. Он в открытое окно совал автомат и кричал: «Я дурак, бросай оружие!» И вот это вот прям фраза очень хорошая. «Я дурак, бросай оружие» — это серьезнее угроза, чем там, не знаю, ну, как бы, сдавайтесь, или я буду стрелять, там, или еще что-то. Вот «я дурак», когда человек четко признает, что он дурак, это же опасная личность. А если у него в руках оружие, так вообще, не знаю, хорошая фраза. Так. Ладно, минута ностальгии по странным 90-м. И мы ее дуем, да, да, это тоже оттуда, да. Да. Я готов рассмотреть любые варианты, ребят. Что делать? Чем? Как поступить? Даже если на меч, допустим, наколдую заклинание идентификации. Особо это ничего не даст. Да, у него нет магических свойств. Но совместно с двумя другими сартанскими символами, посохом и молотом, он может открыть дверь в цитадель. Вот да, но нет посоха, как минимум нет. А значит, бреемся мы с проходом в цитадель. А бритва Акама. Да, я брею волосы бритвой Акама, как поет Ольга Арефьева. Кстати, у нее новый альбом вышел, надо будет послушать. Не соображу. Блин. Что делать? Всех потыкать секатором? Да, говорит, не очень весело. Есть костер. Вот что в костре можно сделать? Можно попытаться сжечь цветы в костер. В костре. А, нет, не получается. А нагреть ножик? Вот у нас есть еще пень, да? Да, рядом с цитаделью есть сухой трухлявый пень. Такой чудесный день. Какой чудесный пень. Какой чудесный я. И песенка моя. Вот. Из этого пня торчит странная ветка. И мне кажется, ну вот мне кажется, что этот пень надо как-то раскочевряжить. И с этой веткой что-то будет связано. Во-первых, сказано, что она очень странной формы. Во-вторых, она является неотъемлемой частью пня, что странно для сухого, пустого пня. А там сказано, что он пустой. Но оторвать я ее не смог. И, внимание, вопрос.
Как так избавиться от пня, чтобы получить ветку? Ну, мне кажется, что в этом задача состоит. Одна из возможностей. И как это сделать, я не понял. Может быть, если бы удалось, например, взять и утащить туда огонь и сжечь пень. Может быть, это бы что-то дало. Допустим, подожгем... Что можно поджечь? Подожгем книгу. Про Ким Сивимси. Нет. Да, книга про Ким Сивимси. Да, особо не повредил, немного задымилась обложка. Я вандал. Я вандал и варвар. Я жгу книги. Капец. Но это только от безысходности. Я бы так ни за что не поступил. Книги слишком ценная вещь, чтобы их сжигать. Ну, смотря какие, конечно. Книги бывают разные. Но вот... Кстати, интересно, как книги Пелевина горят? Или Лимонова? Да вообще много вариантов, какие книги можно поджигать. Потому что целлюлоза в них, наверное, ценнее, чем написанный текст. Наверное. Не знаю. Кто я такой, чтобы судить? Деревья. Деревья, дети. Огонь. Вот огонь бы как-нибудь забрать с собой. Да, огонь потихонечку съедает пчелиный улей, который там лежит. Так. Пойдем к дракону, не знаю. Пойдем к магу с драконом, попытаемся еще раз побеседовать. Современные технологии уменьшают себестоимость производства бумаги. Ну, да. Но я же не говорю, что сама по себе бумага дорогая. Я говорю, что целлюлоза в некоторых книгах иногда ценнее как продукт, чем текст, написанный на этой целлюлозе. Ну, наверное. Наверное, есть такие экземпляры, где содержание абсолютно бестолковое какое-нибудь. Орешек дать дракону? Не даем. Не привлекает его внимание. Цветочки дракону? Не даем. Ну-ка понюхать. Да, ореховый аромат приятный. А съесть орешек? Да. Чуть-чуть откусил, и чувствуется, что орешек... как это? Насыщающий, питательный. Сытный, вот, сытный. Feeling as well. Зифнап. If it isn't my favorite patron in all of Priam, what can I do for you? What can I do for you? Классная озвучка, мне нравится. А не мой ли это любимый Патрин на всем, во всем Приане? Что я могу для вас сделать? Ничего ты не можешь для меня сделать. Goodbye, Sartan. Well, I can't say I'm sorry to see you go, Haplo. But take care. You have many trials ahead of you. The fate of the world rests on your shoulders. Судьба мира лежит на твоих плечах, говорит нам Сартанин. Сартанианин. Сатрап. А, не нравится. Может самому Сартанину что-нибудь дать? Допустим, Ким Сивимси ему отдадим. Да, но он дает нам такую же книгу в ответ. На тебе вот мармеладку. Нет, то же самое. Орешек. Да. Такой же орешек отдает обратно. Понятно. Напоминает мне этот... Как его? Как это называется? В
в электротехнике, когда узел возвращает то же самое, что ты на него подаешь. В логике и в электротехнике такие узлы как-то называются. Вот есть типа AND, OR, XOR, да, такие всякие. А вот узел, который возвращает то же, что на него подают, как он называется? Есть игра MHRD, там, где надо создавать собственные такие логические узлы. Надо, кстати, в нее поиграть. Я помню, на каком-то узле там запоролся. Повторитель. А, повторитель может быть, кстати. Да-да-да-да. Повторитель, точно, может быть. По звучанию похоже, да. Спасибо. Спасибо, Новгород. Может быть, кстати, да, что и повторитель. Так. Дракона явно надо привлекать чем-то другим. Да, может, за хвост его подергать? Нет, за хвост его. Взять дракона. Взять дракона нельзя. Да, дракон вряд ли сильно оценит такие попытки. Согласен, я бы тоже не оценил, если бы кто-нибудь пытался меня взять. Не надо меня брать. Блин, а как я этот никнейм придумал-то для барда? Сам, не сам играл, а сам обрек. Блин, уже забыл. Хороший был никнейм. Ну ладно. Так, спустимся вниз. Здесь у нас цветочки разных всяких оттенков. Вот, взять желтый цветок. Вот я опять взял желтые цветы. Кстати, интересно. Можно второй раз взять желтые цветы. А синие можно взять второй раз? Вот синие уже нельзя. А желтые можно. Какая музыка интересная. Чуть с ней. Она пободрее стала, добавился какой-то бит на заднем плане. Я не знаю, слышно вам, нет? Просто по OBS никогда не понятно, насколько действительно громко играет музыка. А, бит прекратился. Странно, не знаю. Так, вот я опять взял желтые цветы, и они могут пригодиться даме на кухне. Ну-ка, сейчас пойдем, кстати. Так, извините. О, я диск взял! О, я черный диск взял! Вот зачем веревка нужна. Чтобы можно было взять диск. А я думал, его взять нельзя, потому что белый диск вбит в пол, и его нельзя брать. Офигеть. Так, погнали. Перекидываемся на ту ветку. Значит, сейчас зайдем на кухню, так она сохранится сразу. Так, зайдем на кухню, отдадим даме этот желтые цветы. No, у меня нет, говорит, времени для, на твои глупости всякие. Ты не работаешь на кухне, так что давай вали. Ага, то есть тебе не отдать, да, желтые цветочки? Или отдать? Нет, не отдать. Ладно. Так, вот теперь мы черный диск кидаем в Зев и перемещаемся на него. Да, 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 похоже на план. Похоже же на план, должно сработать же. Блин, вообще. Бросить черный диск в Зев. Тю! Ех! Сработало! Сработало! Вообще кайф! Блин, не зря я целый час тупил тут в экран. Вот как это делается. Вот как проходятся квесты. Так, ребята. Ахалай-махалай, следите за руками. Пунч. И перемещаемся на дно Зева. Шелоп, ты ли это? Господи, ж ты ж можешь, ты ж. Внизу не только больно можно удариться о пол, но и сдохнуть в зубах вот этого вот прекрасного животного. Так, ты стоишь у корней дерева. Прямо на краю здоровенной паутины. В центре гигантский паук. Терпеливо сидит. Угу. И вот он, по-моему, посох. Да, вот он, посох тут. Ёмана. Тут маленькие паучки всякие, какие-то насекомые. Во, тут улей. Так. Паутина, корпс,
тело, да, чьё-то? Угу. Так. Посмотрим на тело. Да, похоже, кто-то добирался до корня дерева, но нашел. Finding himself here, had nowhere to go and died. Да, добрался до сюда, не понял, куда пойти и умер. Похоже, что он здесь давненечко. Давненечко. Так, деревья, что-то еще есть. Про насекомых посмотрим. Насекомые. Мерзкие. Злобно выглядящие насекомые роятся вокруг. Around and on. Вокруг и на. И в. И на. Там. Улье. Прикрепленному к дереву. Ага. Так, у меня есть орешек. У меня есть противные. У меня есть желтые цветы, которые могут пригодиться для... Для отгона насекомых. Вот сейчас мы отгоним насекомых. Растолок в руке. Разбял в руке листья желтого цветка. Теперь мы их бросим на насекомых. Да? Оп. Не помогло. А как тогда? Как ты вот этими... Можно положить... желтые лепестки на зев. Где конкретно? Я бы хотел положить на насекомых. Нельзя, да? Так, а где можно положить? Положить на паутину, на улей, на насекомых, на зев. Под. Так, что-то не работает. Ладно. Так, а светящийся горячий янтарь мне может помочь? Так, как только ты касаешься горячим янтарем массива здоровенного, как ясь, улья, он воспламеняется. In surprise, you jerk your head back and drop the shell containing the ember into the web below. They erupt with the nasty stinging bugs that had made him their home. Типа в испуге, ну в удивлении, да, ты отдергиваешь руку, у тебя выпадает янтарь в паутину, все возгорается, и воздух заполняется мерзкими насекомыми, которые жили в этом улье. Да, некоторые из насекомых агрессивно подергиваются в твою сторону. Да, но отходят назад, когда чуют мерзкий запах желтых лепестков, которые ты держишь. Ага, вот зачем они были мне нужны в инваке, именно раздробленные, чтобы пахнуть мерзко насекомым. То есть надо не отогнать насекомых, а так, чтобы они ко мне не подошли. Это как мой поле мое энергетическое теперь против них. Да, не имея цели, насекомые случайно начали злобно в разные стороны метаться. Да, привлекаемые сладким ароматом, некоторые насекомые пытались подобраться к мармеладке, ну, к джему. Но отталкивались обратно мерзким, плохим запахом этих лепестков. Некоторые просто летали по кругу. Злобно жужжа. Нифига тут движуха сразу. Кайф. Так, я не понимаю, что мне это дает. Так, посмотрим на паука. Да, паук здоровенный, как дом. Яд с его этих фангс когтей, да? Капает с его когтей. И составные глаза как бы осматривают местность туда-сюда. Постоянно сидит скватли. Сидит тихо и терпеливо в центре своей здоровенной паутины. Что я слово «здоровенный» слишком часто употребляю. Своей массивной, да, большой паутины. Окруженный этими коконами
в которых находятся различные посетители его королевства, его царства, этого паука. Да, эффект, который создает вся эта картина, несколько создает некоторую неуютность, создает unsettling. Так, как-то мне надо отогнать паука, да? О, я знаю, я сейчас в него брошу мармеладку. Пусть они на него полетят. Чу! Еее, сработало. Так, с усилием ты бросил банку с мармеладом, ну, с этим, с джемом в паука. Прямо. It strikes dead center. Dead center. Интересно, что это за формулировка такая. It strikes. Попадает прямо в центр, да, dead center. И разбивается. Мармелад растекается во все стороны, разбрызгивается во все стороны. По всему телу паука. Ты чувствуешь прям... слишком сладкий за аромат, да, даже отсюда. Насекомые немедленно набрасываются на светлый запах и на мармелад, растекшийся по всему пауку. Крит, да-да-да, Dead Center, да. Критическое попадание, да. Swarm Tower, да, улей, значит, это Swarm, не улей, Swarm это у нас что? Рой. Да, рой устремляется, значит, к пауку. Центр паука становится аж мохнатым от активности там происходящей. Жалящие насекомые роятся, кружатся вокруг паука, когда он бьется в агонии. Скоро битва на одну сторону. One-sided battle dies down. Дружелюбный паук. Может быть, но как бы... К сожалению, я не удосужился с ним побеседовать. Ну и не было опции, на самом деле. И как бы... Хотя, может быть, да, как-то можно было его прогнать по-другому, но как, я не знаю. Ну я вот сейчас даже думаю, и даже если он был дружественный, как я мог с ним поступить, да, по-другому? Может быть, как-то и мог, кстати, действительно. Чего я так сразу с ним? Грубо. И радуюсь еще этому. Странно я. Я злодей вообще. Судя по. Да, паук рухнул в собственную паутину и умер. Последний представитель своего вида, да. Вот такой я нехороший, да. Так. В центре паутины... Ты замечаешь силуэт посоха, который лежит вместе со своим мертвым владельцем внутри этого кокона. Один золотой конец, protruding from the pot, торчит из кокона, отражая неяркий свет, да? Так, ну у нас есть ножичек, чтобы его выковырить оттуда. Так, ты разрезаешь кокон для того, чтобы забраться, да? Over the web, scramble over the web. Ты пробираешься по паутине, чтобы добраться до кокона. Near and start a saw where the thick sticky stands. You whip out the garden shear and start to saw away. А, ну да, ты вытаскиваешь, значит, секатор и начинаешь прорезать себе путь через толстый, липкий... Все равно вид был отвратительный. Ну, был не самый приятный паучок. Да я бы такого себе вот не завел, как домашнее животное, вот прямо скажу. Я бы не смог его даже завести, наверное. Потому что он бы занимал места больше, чем все, что у меня есть в квартире. Через несколько минут золотой посох, так же, как и его бывший владелец, гризли. Гризли, типа, разложенный, да, грязный какой-то. Абсолютно полностью раскрытый, ну, в смысле, доступный. Ты хватаешь посох и берешься обратно на открытое пространство. Да. То есть они бросили туда не просто посох, они туда с кем-то его бросили. Так, что-то здесь можно получить еще? Вроде нет. Да, ближайший корень ближайшего дерева, значит, по земле растет, тут вьется по земле,
У него достаточно места, чтобы ты мог на нем стоять подальше от паутины в безопасности. Типа да, этот же корень стал домом другого посетителя, который пришел сюда задолго до тебя. Ну, или, по крайней мере, той его части, которая была достаточно resilient, как бы крепкой, да, ну, долго, как сказать, resilient. Не выносливой, а вот слово durability и resilient, это синонимы же, да? Клыки и все дела. Слушай, ну давай попробуем там. Может быть. Посмотреть на паука. Ты практически, ну, сожалеешь за то, что самому, как бы, сопереживаешь пауку. Sorry, да? Типа ты сожалеешь о том, что произошло с пауком. Да, покрытый мармеладом и роящимися на нем насекомыми. Да, он потерял большую часть того благородства, которое это великое, которого этот здоровенный хищник заслуживает. Ну, вот как-то так. Нет, я думаю, пора валить отсюда. Блин, ну это того стоило. Чтобы часик промучиться. Вот чехвост, видишь, почему я этого не делаю? Потому что когда удается пройти... Почему я не делаю, в смысле, то, о чем мы говорили? Почему я не смотрю в гайды? Потому что когда удается пройти, это приносит куда больше удовольствия, чем если бы я почитал просто, как это делается в интернете. Так, у меня есть посох, чувак. Получите, распишитесь, молодой человек. С вас заступничество. Да, ты отдаешь последний предмет принцу и предлагаешь ему, и как бы, ну, последнее слово воодушевления ему произносишь. Не последнее, в смысле, а это еще совет какой-то даешь, да, воодушевляешь его. Он глубоко вздыхает, чтобы набраться смелости. Нонград. Но для этого тебе надо как минимум еще бояться насекомых. В смысле, опасаться, что где-то рядом есть насекомые, достаточно... жадные до сладенького. Да, он, значит, вздыхает для того, чтобы набраться смелости, и подходит к принцессе, держа посох перед ним, как щит. Принц нервно подсаживается к принцессе. Ее глаза открыты широко, когда она видит объект, который он держит. Она воодушевленно спрашивает о нем. Он... Ну, что-то там ей объясняет, и она постоянно кивает. Но очевидно, что он теряет ее внимание. Ну, как бы, она перестает обращать на него внимание. Он, резко вперед выставляет букет голубых цветов. Она... вздыхает, ну не вздыхает, как это сказать, хватает воздух, grasps, да, это хватать воздух от неожиданности, но улыбается и принимает их. Впервые в жизни ты замечаешь, как она, как морщинки рядом с ее глазами, да, как морщинки, has a twinkle in her eye while looking at it, как она слегка twinkle in her eye, в глазах. Twinkle — это не морщинка, wrinkle — это морщинка, да, twinkle — это блестяшка. Как глаза у нее, ну, как бы слегка, так сказать, искорка в глазах у нее появляется, когда она смотрит на принца. Ты замечаешь, ты чувствуешь, как она начинает видеть в принце нечто большее, чем просто эльфа или принца. И больше, чем друга. Она ничего не говорит, однако, и молчание затягивается. Принц вытаскивает книгу поэм, пробегается по ней. Он читает случайную поэму, которая говорит о людской любви. For his favorite steed, своей любимой лошади. Любовь к своей лошади, господи, чувак. Когда он понимает, о чем, собственно, поэма, он резко останавливается.
переключаются на другую. Вместо того, чтобы быть оскорбленной, принцесса посмеивается мягко. Да, и больше темс. И как бы ее энчант, ну, веселит, забавляет, да, пацанские потуги этого принца. Скоро пацан находит поэму Heartrending, как бы. Не знаю, как перевести. Heartrending poem, которая на самом деле, которая выдавливает слезу из глаз принцессы. И после того, как он заканчивает читать, она бросает, она her arms around the prince, она обвивает принца своими руками и целует его. Он роняет книгу и занимается поцелуями, да. Через несколько минут улыбающийся принц возвращается к тебе. Сработало, блин! Да, она согласилась на то, чтобы на мое общество. Я тебе должен, друг мой. Ух ты какой. Не, парень, чувак, свое счастье оставь при себе. Говорит, я тебе должен, я пока не знаю, чем я могу тебе помочь. Не знаю, смогу ли я с тобой расплатиться, но я попробую. Да, я знаю, что у тебя есть задача здесь. И я знаю... But I know not what is... Но я не знаю, что это конкретно. Я помогу тебе всем, чем смогу. Возможно, даже дам... смогу с тобой поделиться частью того счастья, которым ты меня одарил. Чувак, давай вот без счастья, пожалуйста. Ты держи свое счастье в штанах. Как бы, а то, блин, начнешь тут делиться со всеми налево-направо. Так, вот у нас появился компаньон теперь. Смотрите, вот эта ячейка наконец-то заполнилась. У нас есть компаньон. Не то, чтобы я был рад этому компаньону, но теперь у нас он есть. Так, вот теперь нам надо поговорить с принцессой. Здравствуйте. Мой принц объяснил, что ты его друг, и что ты помог нам как бы встретиться. За это я тебе... За это я чувствую себя перед тобой в долгу. Да, моя роль в вашем романе ничтожна, моя принцесса. Принц нормальный парень, да? А вы не против того, чтобы сделать для меня одолжение? Что ваш отец по этому поводу скажет? Хорошая флейта у вас там. Немного расскажите о своем народе. Ты больна? Звучишь так, как будто ты кашель тебя одолел. Странно. Вроде бы она так не звучит. Ладно. Пока немного обменяемся любезностями, типа, принцесса, моя роль в ваших отношениях с принцем ничтожна. Да, как раз обратное. И ваше... Это очень многое значит для меня. И я прекрасно себе понимаю, что наши взаимоотношения с принцем... Что они могут значить для взаимоотношений наших рас? Это может привести к... Как бы новой эпохе мира между нами. И вы в большой степени ответственны за это. Нормальный принц, да? Пацанчик, ничего такой себе. Очень милый. Немного наивный. Ну, это даже прикольно. Никогда не думал об эльфах в таком ключе, но он заставил меня передумать. А ваш отец что на эту тему скажет? Я не думаю, что он когда-нибудь о подобном думал вообще. Но он уважает эльфов. Ну, поворчит немного, но думаю, будет счастлив за меня. Будет рад за меня. Так, расскажи о своих людях. Я и так издалека захожу, издалека, чтобы как бы затуманить ей немного внимания. Да мало ли. Я думал, ты человек, но, судя по всему, нет. Иначе бы мой народ был бы твоим народом. Мы номадик это эти. Кочевники, да? Мы все живем в Приане и following the game we hunt. We live all over. А мы живем по всему Приану. Following the game we hunt. Следуя за игрой. Following the game we hunt.
не очень понимаю, как это правильно, какой смысл действительно в это вкладывается. Следуя за игрой, которой мы охотимся. Following the game we hunt. It might appear to the other races that we are rather loosely organized, but that's not true. Да, для других рас может, другим расам может показаться, что подобное на наше поведение является признаком, что мы плохо организованы, но это неправда. Мой отец управляет нами мудро, и как бы он управляет нас, нами, и при поддержке совета людей, Council of People. Да, мы уже процветаем многие поколения. Жизнь наша тяжела и иногда даже опасна. Типа стиль жизни эльфов, ну, стабильный, да, оседлый стиль жизни эльфов повлиял на многих из нас, поэтому некоторые не могут ему сопротивляться. Они приходят к эльфам в качестве беженцев и просят их о любой работе, которую могут тебе дать. Я думаю, что мой народ хочет остепениться, осесть. Они следуют за моим отцом из верности. Красавица Леандра пришла! Вау. Здравствуйте. Вы с утра в образе, я смотрю. Привет, Иван. Ну, ты так немного волосы приложила как-то. Ну, то есть они тебе не свободно лежат, ты их так. А сейчас во все стороны приходят. Доброе утро. Всем привет. Мармармар. Выспалась, зайка. Поворочилась много, да. И вдоль и поперек весь диван изъездил. Да? Но ей тоже было жарко, ты ее пожалел. Наверное, я не отдохнула. Чё? Да-да-да. Тут какая-то дама рассказывает там всякое про свой народ. Эльф хотел поделиться с нами немного своим счастьем. Я ему посоветовал держать свое счастье при себе. Во, да-да-да. Не надо мне твоего счастья, мне своего хватает. Спасибо. Так, да. Она говорит, значит, мой народ не против, судя по всему, был бы остепениться. Он следует за моим отцом из верности, но похоже, что они готовы изменить стиль своей жизни, и даже я бы была не против некоторой стабильности. Хорошая флейта у тебя тут на шее висит. Nice. Спасибо. Order. Моим наставником была мне дана эта флейта, когда... Он меня учил охотиться и выслеживать дичь, а также он научил меня играть на флейте. Воу-воу-воу. Да, он единственный человек, который помнит, как играть старую музыку. Воу. Немного я осталось, но я насобирала некоторое количество древних... как это... Ну, пергаментов, да, листочков, и храню их. Это было честью учиться у него. А вы как бы не против сделать мне одолжение? Удолжение? Да, конечно. Так. Так, не могли бы вы мне со мной пройтись кое-куда? Мне нужно, чтобы вы использовали свой меч для одной задачи. На все разговоры с
все, что касается этой дамы, звучит как-то двусмысленно. Я не знаю. Я не знаю почему. Но это, наверное, просто в силу собственного, как это сказать, собственной испорченности. Да? Ну, тут же ничего не написано такого лишнего. Но почему-то какой-то подтекст все время читается. Не могли бы вы по-быстрому сыграть на флейте? Я раньше что-нибудь скажу, все друг остальные такие. Что я сказала? Ничего, ничего. Блин, да что такое? Потом постепенно то одно узнавала, то другое, и теперь сама там. Пройдемте, мне нужен ваш меч. Ох уж эти разработчики, да не говори. Да. Ну ладно. А не могли бы вы взглянуть на эту книгу поближе? Там кое-какие ноты написаны, может быть, вы смогли бы их сыграть? А спинку можете почесать меня? Вот прям вот тут. Прям можно попросить ее спинку почесать? Фига себе. Принцесс. А, как ты? А я достал посох. А чтобы посох достать, я забрал вторую часть портального камня. И она, оказывается, к полу не прибита, как первая. И ее можно было взять. Я тут час гулял вот с утра. С 8 получается. Было даже больше полтора часа. С 7:30 до 9 вот. Ковырялся и ковырялся. И потом, оказывается, ее можно было взять. Вот. Ай, я нажал почесать меня за спинку. Опс. Я просто хотел переместиться в это окно, и у меня прокликалось. Да, с таким, с небольшим отвращением в глазах, да, она достала свой меч. Да, ты решил, Decide Again, ты решил, что, как бы, ты передумал, да, что не хочешь. Как вот такое правильно переводить, вот, с сохранением упоминания о том, что надо почесать спину? Ты, вот только длинными фразами, да, ты решил, что это была плохая идея, там, просить почесать тебе спину. Ну вот что-то такое, да, да. Так. Так, насчет услуги, да. А вот у меня в книжке тут ноты есть. Не могли бы вы их сыграть? Это невероятно. Это музыка. Древняя музыка. Какая замечательная находка. Вы хотели бы, чтобы я сыграла? Да, 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 конечно. Что она, о чем она играет? Она поднимает флейту к губам и гипнотическую мелодию какую-то наигрывает. Так. Все, теперь я знаю, что делать. Нам надо договориться с ней. Так, не хотел вас прерывать. Можно послушать просто. Вот. Здесь кнопка есть послушать. Она, значит, наигрывает гипнотическую мелодию своей серебряной флейтой. Но внезапно мелодия прекращается. Вот ты замечаешь, что принцесса закашливается, да? Sudden coughing. Так, надо с ней поговорить, да. А там был вопрос на тему того, а что ты, больная, что ли? Ты кашляешь? Вы смогли достать древний посох, ключ к спасению нашего мира. Простите, чего угодно. Да, слышу, ваш Маджести. Сильно терпеть, спина чешется. Ну, примерно так это и выглядело, да. Прикольно же. Такая, да, ну ладно, да. Как бы ты многое для нас сделал, можно и спинку почесать, ладно уж. Вы заболели? Да, кашляю слегонца, но ничего страшного. Попала под дождь, под ливень, да. Он пройдет со временем. Не так все плохо. Так, пойдемте со мной, мадам.
Конечно, я вам помогу. Уж не знаю, какая задача может потребоваться для... Ну, в смысле, какую задачу может решить мой золотой меч? Это не столько оружие, сколько символ правления, символ власти. Но я с удовольствием с вами пойду. О, нифига себе, расширился. Расширилось окно, теперь можно оказаться. Я думал, придется переключаться между двумя спутниками. Но нет, можно взять обоих двух. Прикольно. Так, молодые люди, пойдемте со мной. Я вас увезу далеко-далеко. Позавчерашний. Он уже? Нормальный чай, просто крепкий. Он настоялся, просто крепкий. Так, вот мы пролетаем сюда. Пойдемте в лес, молодые люди. А, я вас приведу. Не знаю куда, но я вас приведу. Так, вот здесь она сейчас должна будет... Воу-воу-воу, фига себе, что началось-то. Здравствуйте, молодой человек, вас здесь раньше не было. Девушка-гном, привязанная к дереву лианами. Ничего себе дела. Давайте поговорим. Тут точно все предметы смог подобрать. Новгород, я не знаю. Ну, то есть ты хочешь проверить... Альп, привет тебе, доброе утро, здравствуй, добрый день, у тебя-то день уже давно. Альп, привет тебе, здравствуй. Ну, Град, слушай, ну, как бы, с учетом того, что я много времени провел на этих локациях и пробовал разное, я думаю, что да, но это не точно. Ну, как в квестах можно быть уверенным, что ты все подобрал? Ну, никак же, абсолютно. Только имея точные знания о том, сколько и где, какие предметы можно взять, только так. Я думаю, что да. Все, на этом моя мысль заканчивается. Говорит, кругом говорит великаны, да? Ай-яй-яй, прерывается. Так, еще раз давай. Убирайся отсюда, здесь кругом гиганты. Они прятаются среди деревьев. Чего ты? Хочешь прокипятить? Ну, включай, включай, пусть шипит. Так. Они никого не пускают, значит, в лес. Хватают всех, кто пытается куда-туда зайти. Throw them against the wearing wall. Бросают их на очень эти некомфортные, неудобные деревья и связывают их лианами. Быстрее пока... Пока не слишком поздно. Вот сейчас мы попросим королеву, принцессу поиграть на флейте в лесу. Для двух мужиков. Мутная какая-то локация. Что-то в ней найти. Сложно что-то в ней найти. Ну, я сканировал курсором, как это, пиксель хантил всякое. Так что, ну, я не знаю. Нонград, я тебе не могу сказать, что я действительно все взял. Если очень хочется удостовериться, мы можем вернуться, и я попробую еще поискать всякое. Я уже не особо против. Здрасте. Да. Начните наигрывать эту мелодию, пожалуйста. Так. Поднимает флейту к губам, и гипнотическая мелодия наигрывает. Так, теперь надо попробовать развязать лианы. Да, значит, ты подходишь к сопротивляющемуся дворфу и вытаскиваешь свой секатор. А, судя по всему, мелодия, которую наигрывает принцесса, сдерживает гигантов. Так, лианы спадают. Принцесса закашливается и прекращает играть на мелодии. Лес резко оглашается... Forest Raps не оглашается, точнее, заполняется, да, здоровенными фигурами, высокими, грубыми фигурами. И все бегут к тебе с целью убить. С выражением типа murder in their eyeless face. Бегут к тебе
с явно читающимся намерением убить на их безглазых лицах. О, Господи. Ты хватаешь гнома за руку и бежишь на юг. Значит, When your party finally has reached the clearing, you notice that the giants have stopped following you. Так, надо было сначала, наверное, пройти. Ну ладно. Значит, вы выбегаете из леса. Замечаете, что гиганты перестают вас преследовать. Девушка-гном хватает воздух ртом. Ее ноги явно предназначены для более коротких дистанций. Когда она, когда она чуть-чуть отдыхает, она смотрит на тебя естественно. You expect. Ты ожидаешь, что маленькое существо как бы одарит тебя своей благодарностью. Судя по всему, этого не случится сейчас. Why did you rescue me? И зачем ты меня спас? Ты что, офигел? Ты какого вообще творишь? В смысле, блин? Ну, потому что у тебя были проблемы, все нуждаются в помощи, когда у них проблемы. Я думал, что ты кто-то другой. Все дворфы на одно лицо. А ты бы предпочла вернуться на то дерево? Конечно, нет. Типа, да нет, конечно, не хочу я туда вернуться. Мои руки до сих пор, ну, как бы, затекли, да? Эти гиганты ни разу не... Джентл, как бы не аккуратный, не нежный, а незаботливый. Блин. Ролевые игры, а ты все испортил. Ну вот, судя по всему, да, гиганты в лесу привязали гнома. Я даже себе примерно могу представить, как бы такое видео могло называться на известном портале. Но ты не ответил на мой вопрос, она говорит. Ну, потому что ты была в сложной ситуации, а всем нужна помощь в сложной ситуации. Because you were in trouble. Everyone should help out those in need. Wow. You really helped me just because I needed. То есть ты мне помог, ты действительно помог мне просто потому, что я нуждалась в ней? Как мило, но я этому не верю. Она смахивает слезу, накатившуюся на щеку. Какой-то другой дворф ее должен был спасти. Да, точно. Да, среди моего народа так заведено, что за услугу платят другой услугой. Особенно за такую, как спасение жизни. Все, что тебе надо, только попросить. В глухом лесу. В глухом. Ну... Я не понимаю какого-то намека, да? Ну, в смысле, я понимаю подтекст первого предложения, что ее должен был спасти другой дворф. И намеренно все было так подстроено, чтобы он тут пришел и спас ее. И все дела. А потом они бегали по лужку и радовались. Смеялись и тряпки жгли. Да, это клево. А могу ли я с тобой сначала поговорить, прежде чем я тебя о чем-нибудь попрошу? That's fine, but could I talk with you a while before I ask for anything? Of course. What do you want to talk about? Конечно, о чем бы ты хотел? Так. А ты можешь что-нибудь рассказать о том здании, что на юге отсюда? Can you tell me anything about that building to the south? Sure. It's the great shining. Конечно, это большой светящийся город. Великий. Туда никто никогда не входит и никто оттуда не выходит. Главные ворота закрыты, и ничто не может их открыть. Мы даже пытались прокопать туда. Ну, только нас... нас отталкивало от пола, да. Уперлись в пол, короче, не смогли через него пробиться. Веревку не забудьте. А у нее пояс, видишь, какой? Он нам поможет. У нее все с собой всегда, она готова. Да, это что-то такое, с чем мы никогда не... Она еще посмеивается так странно. А где ты живешь? Да прям здесь. Ну, в смысле, под этим местом. Мы предпочитаем жить под землей, мы гномы. У нас целая сеть тоннелей, которая на мили вокруг во все стороны распространяется.
Ты что-нибудь про золотой молот знаешь? Золотой хаммер, золотой молот. Не уверена. Есть золотой... Так. I think there is a golden hammer in the weapon. Да, в хранилище оружия есть золотой молот. Несколько лет назад была ложная тревога. Мы думали, что это титаны нас атакуют, так что старейшины наши приказали открыть хранилище. Каждый взял по оружию и побежал в лес. К этому моменту мы поняли, что нас обманули. Какой-то ребенок. Some child got his rear tent. Ну, то есть по жопе какому-то мелкому настучали, и все вернулось на места свои, да? Я была первая в убежище и заметила золотой молот, который был на стене висел. Никто его не взял. Я посмотрела на него и поняла, почему. Он слишком много весил. Was all wrong. Their weight. Он был неправильно сбалансирован, да? И выкован из золота. Ты веришь вообще, понимаешь, да? Такой мягкий металл, из такого мягкого металла, как золото. Я от одного единственного хорошего такого замаха, от одного удара он бы, ну, разломился. Не разломился, но сломался бы. I think would flatter. Ну, и помнется как бы. Я не понимаю, кому, зачем бы, когда бы то ни было, понадобилось сделать такой бесполезный предмет. Это была легендарка. Альп все фармит легендарки в Guild Wars, да. Прикольно. А есть какой-нибудь другой путь в убежище? А может быть, этот молот не предназначался для того, чтобы быть оружием? А зачем кому-то бы ковать молот, если он не предназначался, чтобы им пользовались? Никакого смысла в этом нет. А другой путь в убежище есть? Конечно же, нет. Гномы, мастера тоннелей, да, мастерс. Они профессиональные тоннельщики. We made the vault impossible to tunnel into by lining it with fire-hardened metals. There's no way unless it's open. Как бы другого пути нет, потому что мы обшили наше убежище закаленным металлом. Да, with fire-hardened. Усиленным огнем металлом обшили. Так что другого пути, кроме как открыть убежище, нет. Так, а ты смогла бы достать для меня этот молот? Вот это была бы твоя ответная услуга. Не думаю я. Единственный момент, убежище открывается только, когда на нас нападают. Причем только гиганты. И никаких исключений не делается. По факту, с того момента ложной тревоги, еще более аккуратно, чем ранее. Are more careful than ever to verify. Да, ну, убеждаются в том, была ли действительно атака. Старейшины, наверное. Не хотят, чтобы гномы сами себя повредили или повредили себя. Даже либо случайно, либо намеренно. Используя то оружие, что хранится в убежище. Потому что некоторые из них очень опасны. Те оружия. Некоторые из них. А ты могла бы попросить старейшин сделать исключение? Все равно этот молот как бы вроде никого не интересует. Я могу спросить, но я точно знаю уже заранее ответ. Ничто не откроет убежище, кроме как атака гигантов. Я очень надеюсь, что это не произойдет. Пока я жива. Я все-таки схожу. Жди здесь, скоро вернусь. Давай, пока. Так, девушка-гном сломала ветку, торчащую из пенька. Не сломала, она схватила ветку, торчащую из пенька, и каким-то хитрым образом его провернула. И этот способ ты как бы запомнил. В ответ
Спрятанная дверь открылась. Она пролезла внутрь и закрыла за собой проход. Тан-тан. Вот почему вот эта штука была так хитро выглядела, да? Ну-ка. Ну, толкнуть ее. Нет. Потянуть. Да, вспоминая, как те движения, которые провернула молодая гномка. Ты, значит, потянул искривленную ветку, торчащую из пенька. Открылась дверь. Внутри ты видишь узкий тоннель, который ведет прямо вниз. There's a dwarf girl a little out of breath and desperate trip. Из открытой двери, the stump steps, на лестнице стояла молодая гномиха, слегка задыхающаяся от путешествия. Как я и думала. Так, как я и думала, значит, старейшины отказали до тех пор, пока действительно не будет у нас совершено нападение. Какие-нибудь идеи у тебя другие есть на тему того, как я могу тебе отслужить? Do the elders have any ideas? No, they're still getting over the idea that I owe a favor to a human. Типа, а другие идеи у старейшин есть какие-нибудь? Нет у них других идей. Они до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, да, обдумать ту мысль, что гном должен, ну, находиться в долгу у человека. Так, давай о чем-нибудь другом поговорим. Как тебя поймали? Я по лесу тут гуляла, когда не должна была. Я просто хотела их увидеть. Все мне про них рассказывали, что они больше, чем люди. Я им не верила до тех пор, пока они на меня не напали из-за деревьев и не схватили. Да, типа, гиганты никого не беспокоят до тех пор, пока ты не полезешь к ним в лес. Они очень щепетильны в этом вопросе. Мне просто повезло, что они меня связали, вместо того, чтобы сразу на меня наступить. Расскажи мне, что ты знаешь о гигантах. Много поколений назад мои предки прокопали здесь тоннели. Когда они вылезли из земли и посмотрели вокруг, они встретились с гигантами. Когда начали бродить вокруг, они встретились с гигантами. Гиганты не были к ним дружественны и определенно не были рады их, встретиться с моими предками. Резня случилась, да? Драка массивная. Мейхем. Мейхем — это резня, сеча, да? Гномы не привыкли воевать, но они quick стались. Но они быстро учились. Они выковали себе оружие и много лет бодались с гигантами. Однажды гиганты внезапно прекратили драку. Они ушли обратно в лес и остаются там теперь. Пока мы держимся подальше от леса, они также нас не беспокоят. Мы храним наше оружие в убежище. На всякий пожарный, просто наготове, если вдруг гиганты на нас опять нападут. У нас есть интересная легенда относительно гигантов. Замес, да, мейхем, замес. Хорошее слово, да, замес. Прикольно, да? В мире врат смерти гномы не воинственные сами по себе. Да, она рассказала, что гномы not used to fight. Не привыкшие к войне, но быстро учатся. Интересно, то есть у них нет естественных противников, с которыми надо постоянно биться, да? Им нет нужды быть облаченными там вечно, в броню ходить, с кирдом, как у этого, господи, богомерзкого Перумова. Ну ладно. Так, расскажи-ка мне эту легенду про гигантов. Согласно легенде, гиганты — это дети светящегося города. Они жили внутри и были очень счастливы, но они всегда бродили в округе, за пределами стен. Им всегда было интересно, что лежит за пределами стен, и однажды они выбрались наружу. В городе выяснили, что они пропали, были там все... It was furious that his children had left it. Город был разозлен из-за того, что дети покинули его.
и в качестве наказания они забрали у них глаза и закрыли двери, оставив их снаружи. Светящийся город стал темен из-за своей скорби. Гиганты переехали в лес неподалеку. Они надеялись, что однажды город откроет свои врата и впустит их внутрь. Единственная память от тех времен... The only memory of their time inside was a gem that one of them had brought with them. Блин, господи. Единственное напоминание о их времени пребывания в городе — это самоцвет, который они принесли с собой. Они ценят его как память и охраняют его ревностно. Однажды сердцу города стало одиноко. Оно решило простить своих детей и пригласить их внутрь. И начало светиться. Если бы у гигантов были глаза, они бы его увидели и побежали бы домой. Но город забрал их глаза, и они не видели манящего света. Так что они остались в лесу, ожидая зова. Зова из города, который уже давно прошел. И город ждет своих детей, которые никогда не вернутся. Мы, гномы, верим, что единственное, что привлечет гигантов обратно в город, И если мы, как бы, мы верим, что если бы мы смогли отвезти гигантов в город, то они бы покинули лес и оставили его бы нам. Мы знаем, что они охраняют самоцвет в центре леса. Если бы несколько смелых гномов входили в лес в надежде украсть его и принести его в светящийся город, гиганты бы последовали за самоцветом, и когда бы они пришли к городу, он бы открыл для них двери, и они смогли бы вернуться домой. А что ты знаешь о самоцвете? Предположительно, он большой, кристаллический и имеет странные надписи, нанесены на нем странные надписи. На самом деле, он не то чтобы очень ценен. Сами кристаллы, ничего не стоят. You would figure that something they guarded so fiercely would be worth more. Все проблемы решаются воровством, да, не говори. Fallout первый не прошел бесследно, хотя его еще в 94 году не случилось, да. Но все равно. Ну да, действительно, воровство ключевой навык во многих играх. Очень странно. Это немного очень странно, но да. А кому-нибудь когда-нибудь удавалось заполучить себе этот самоцвет? Много лет назад гном по имени Лангпут Ловкий, пробрался в лес. Каким-то образом он добрался до центра и увидел Into the Clearing, типа на поляну, да, и там в центре на земле лежал самоцвет. Он схватил его. And bolted for the city. И побежал к городу. Гиганты побежали за ним. Они поймали его. But they caught him before he got... Да, но он даже близко не подошел к городу, как они его поймали. Он пытался спрятаться между деревьями и камнями, где-нибудь за пределами их видения, но гиганты как бы наводились на него, как будто бы он светился, или как будто бы он маяком каким-то их привлекал. Они забрали себе обратно этот самоцвет и размозжили бедного Лангпута. С тех пор никому не удавалось выбраться из леса, если они туда уходили. А как далеко ты пробралась внутрь? Ты видела самоцвет? Не-а, даже близко не подошла. Да я даже не собиралась идти так глубоко, как зашла. Даже для самых этих сорвиголов один шаг в лес — это уже достаточно далеко. Да, они схватили меня и привязали к дереву. Даже слова не сказали.
они как бы обычно имеют манеру раздавливать вторженцев. Так говорят старейшины. No one's ever. Ну, и никто не говорил никогда чего-то другого. Я думаю, что им просто захотелось we're exaggerating just to keep us out of the forest, but maybe not. At least they only tied me up. Возможно, им хочется просто держать нас подальше от леса. По крайней мере, они просто меня связали, а не размажили. Are you sure you didn't get stepped on? Are you sure you didn't get stepped on? You're pretty short. Ты очень маленькая, и ты уверена, что ты... И вот это я не могу перевести. Are you sure you didn't get stepped on? Ты не была... Are you sure you didn't get... Прошедшее время, да? Did not get stepped. Ладно, может быть, я по ответу смогу понять, как правильно это перевести. Что типа на тебя не наступили, потому что ты маленькая. You didn't get stepped on. Are you sure you didn't get stepped on? You're pretty short. One of these days, gravity is going to realize that people shouldn't have legs that long. Then you'll be sorry. Настанет день, когда гравитация заставит понять людей, что нет смысла иметь такие длинные ноги. И вот тогда ты пожалеешь. Когда гравитация поймет, что людям незачем иметь такие длинные ноги. И вот тогда ты пожалеешь. Прикольно она сказала. Gravity is going to realize that people shouldn't have legs that long. И тогда ты пожалеешь. Блин, прикольно. Ладно, харе про гигантов. Так. Давайте продолжим говорить про золотой молот. Сейчас, секунду. Опять что-то рабочий телефон там дергается. Ничего интересного. Так, так, про золотой молот тоже больше ничего не узнать. Ладно, спасибо. Так, позволь представить тебе своих компаньонов. Маленький гном приветствует твоих компаньонов. Принц поклонился вежливо. Little reserved, perhaps wondering if he's making fun of her height. Как бы дворф посмотрела на него слегка так настороженно. Возможно, обдумывая мысль, что эльф над ней издевается из-за ее роста. Она сказала несколько слов и... I'm back by the dwarf's gruff and direct commands. And the prince appears a little taken aback by the dwarf's gruff and direct commands. Конечно, они обменялись словами, и эльф, я так понимаю, рассеял ее сомнения. Appears a little taken aback. By the dwarf's gruff and direct commands. Ну вот. Но они немного поговорили еще, и оба через некоторое время уже смеялись и наслаждались компанией друг друга. Девушка-гном повернулась к принцессе, и после обмена приветствиями, любезностями, принцесса закашлялась опять, да? Ой, противный же у тебя кашель, принцесса. Но у меня есть лекарство. Оно только требует 4 ингредиентов. У меня есть один с собой. Тебе понадобится dead man's друг мертвеца. That means from Zuzunat. Орешек Зузу тебе понадобится. Друг мертвеца. Что означает орешек Зузу. Корни растения плит. И высушенные деревья, и высушенные травушки, которые я с собой не ношу. Мид. Не мент, а мид. То есть друг мертвеца, орешек Зузу, ядро Зузу и корни плита.
Это чё за чушь такая, друг мертвеца? Это гриб. Тот стул, that tends to grow under carrion. А, это такой... Такая плесень, которая растет под падалью. Поэтому ее и называют... Под мертвыми телами. Поэтому ее и называют друг мертвеца. Хм. По поводу орешка давай расскажи. Значит, его так называют в честь животного Зузу. Стеснительного, да, робкого животного, которое живет на диете исключительно из орешков. Из ядер этих орешков. Он ценится как деликатес, и его трудно достать. Очень толстая у него шкорлупа. Практически невозможно открыть. Однако Зузу достаточно сильна, чтобы расколоть скорлупу. Да, я думаю, ты найдешь здесь на запад. На западе здесь ты найдешь, где они растут. Удачи тебе в том, чтобы ее получить. А я уже ее добыл. Бе-бе-бе. Так, что такое плитплант? Где мне его найти? Они не редки. Да где угодно найдешь. Это розовые цветы. А я уже нашел. Целиком все растение выдергивай. Along with everything else. Ты получишь корни вместе со всем остальным. И что ты будешь делать со всеми этими ингредиентами? Я просто скормлю их ей, принцессе в смысле. После того, как она все это съест, у нее кашель пройдет. И ты думаешь, что вот эта услуга, как бы, как сказать, после этой услуги мы будем в расчете? Ты думаешь, что лечение простого кашля достойно, как бы, ответки за спасение жизни? Я тебе куда большему обязана. Большим обязана. И я просто пытаюсь быть дружественной, да? Так, а можно твои травушки, которые... Вот, пожалуйста. Она протягивает тебе пыльные... Through her dusty garments, she paws through. Она ковыряется в своем пыльном скарбе и достает тебе горсточку сухих растений. Так. Так, все, она нам все дала. Так, я хочу прекратить эту беседу. А, все, сейчас она уйдет. Я попросил, говорит, типа, это нас ни к чему не приводит, и я бы хотел, чтобы ты попыталась снова получить доступ к этому молоту. Все, вот она ушла. Фух. Так. У нас, значит, все есть. У нас все есть. Надо все скормить принцессе. Просто все скормить. Да? А, у нас только не хватает друга мертвеца. Пойдемте к другу мертвеца. Зайка. Приятного вам. Так, надо сохраниться. То мало ли. Так, где взять мертвые тела, мы знаем. Так. Эти продолжают тут тупить. Ну ладно. Перемещаемся на дно Зева. Здрасте, это тут продолжают, пчелки продолжают доедать паука. Молодцы. Так, теперь нам надо соскоблить где-то под трупом немного плесени. Древний, значит, здесь пойман в кокон древний эльфийский воин. Да, так себе видон, гризли, да, мерзкий гризли, неприятный вид. Он из себя представляет. Да.
полностью избавлен от всех жидкостей. Desiccated. Так, а где-то из-под этих трупов, по идее, можно достать немного плесени. Как нам это сделать? Lock, take, put, take. Он слишком большой, чтобы взять. Но мне как бы, собственно, сама плесень нужна. Мне не то, чтобы нужен был весь кокон целиком. Так, на другой кокон смотрим. Паутина Bulges. The Web Bulges. Bulges, я не знаю такого слова. Сейчас посмотрим, что оно означает. Bulges. Выпуклость. Ага. Неожиданно. Эть. Блин, срывается. Блин, текст срывается. Во. Так, значит, паутина выпирает, да, в том месте, где паук imprisoned за не запер, а как бы захватил, да, своего посетителя. Ты можешь как бы распознать в некоторых из них больших животных, несколько людей и эльфов. Фигуры эльфов внутри паучьих коконов. Так, один из них разрезан, и древний эльфийский воин внутри открыт воздуху. Он полностью лишен всех жидкостей. Ну, это как бы я и так знал. Я сам его разрезал. Так. Чем мне надо? Ножичком соскоблить. Ничего нового не нашел. Так, попытался соскоблить ножичком. Посмотрим на паутину. Да, нити паутины толстые, как канаты. И такие же сильные, и такие же, ну, крепкие. Они поддерживают гигантского паука, а также несколько коконов, которые к нему привязаны, содержащие посетителей. Жизненно важные жидкости удалены. Почему это так важно? На этом просто делается акцент, что они сухие, что жидкости из них выкачаны. Зачем? Для аутентичности? Толкнуть корпус. О! Нифига себе. Толкнул одно из тел. Тут стрела. Светящаяся стрела и немного плесени. Вот ее-то мне и надо. Так, берем стрелу. Светящаяся стрела. 5 очков. Так, ну-ка посмотрим на стрелу. Что это за стрела? Да, стрела сделана десятилетия назад, но выглядит как новая. Светится магическим светом. Идентифицируем стрелу. Так. А заклинание тебе говорит что? Как только стрела выпущена из лука, любого лука, она магическим образом гарантированно попадает в цель. Опа! Тан-тан. Это полезно в быту. Да? Значит, автонаводящаяся стрела, попадающая всегда в цель, это же полезно в быту? Просто вообще best. Хочу себе такое. Да-да-да. Причем из любого лука. Можно тогда в декатлоне взять самый дешевый лук и эту стрелу. И вообще быть просто Робин Гудом. Так, берем грибочки. Вот мы получили все, что надо. Даже больше, чем хотелось. Мы получили еще и стрелу. Боюсь даже предположить, зачем она нам будет нужна. Я взял круг. Нет, круг не надо брать. Положи круг на место. Спасибо. Так, перемещаемся обратно. Спасибо. Щедрый Алеандро делится своим утренним йогуртом. Спасибо ей. Так, нам теперь обратно на корабль. Хотя зачем? Мы здесь, собственно, можем принцессу накормить всякой гадостью, да?
Ну а что, грибы из-под трупа, какие-то непонятные сушеные растения, орешек и горькие цветы. Кайф вообще. Диета года просто вообще. Так, дали ей цветочки. Не, орешек на потом, чтобы закусить, чтобы с это, да, немного, ну, скрыть все предыдущие неприятные вкусы. А сушеное растение, это я предлагаю укроп. Тогда сначала гриб. А я выкинул его в паука, чтобы на него насекомые накинулись. Иначе было не пробраться, да. Так, вот укропчику пожуйте, молодая дама. И вот орешком закусите, чтобы было приятное послевкусие ореховое, как после вина. Так, принцесса принимает орешек и проглатывает его. Через несколько... После того, как она заканчивает свой перекус... Да-да-да, у нее оказалась аллергия на орехи, да? Да-да-да, или на укроп. Так, да, она выглядит удивленной. Ее, она глубоко вдыхает, но ее легкие чисты. Кашель прошел. Кайф. Вылечили принцессу. Ну-ка поговорим с ней. Здорово, друг! Нет, с ней нельзя поговорить. Так, можно попросить ее поиграть на... А, вот, теперь мы можем пройти через лес. Она же теперь не кашляет. Мы теперь можем пройти через лес. Ой, кайф вообще. Капец там, да? Вообще было не пробраться. Я тебе говорю, вчера вечером, когда дождик пошел, вот раз в пять больше было этих тварей, чем сейчас у нас на окне сидит. Просто было. Вообще, ничего не видно было за окном. А, и там тоже жесть, да? Да, у нас сейчас какое-то засилие тут мелких жучков древесных. Какое-то неистовое количество. Напоминает фильм ужасов. Когда насекомые заполоняют все вокруг и начинают жрать людей. По ночам. Прикинь. Так. Ладно, пойдем в лес. Посмотрим, что мы сможем с этим сделать. О, а я могу Лиану взять? Тейк. Если ты не титан, то никакого успеха ты не добьешься в том, чтобы поднять эти лианы с земли. Слишком тяжелые. Но мы их можем отрезать. Там было написано, можно отрезать. Отрезать лиану. Чего? А, она уже разрезана, что? А, да, они вот продал. Вот теперь до меня дошло. Так, поиграйте, пожалуйста, на вашей флейте. Все, вот она играет, теперь мы можем пройти дальше. Баланс? Еее. Да, чем дальше вы продвигаетесь в лес, тем темнее становится. Вы слышите... You see more. А, вы видите все больше титанов. Почему-то здесь их называют титанами. До этого они были гигантами. Ну, просто титаны здесь написаны с большой буквы, а гиганты были с маленькой. Ну, то есть, типа титаны, да, это название расы, а гиганты это просто их характеристика, что они здоровые, как черти, да? Так. Профобард, да. Так. Вот мы пришли в центр леса. Титаны собрались вокруг одного дерева. Высоко на ее ветвях вы видите кристалл. Что-то сделано из кристалла. Очевидно, что эта вещь привлекает внимание титанов. Так.
Так, 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 так. Теперь надо как-то забраться, да, туда. Ну, у нас тут трое, разберемся, я думаю. Надо забраться на дерево. Ты подходишь к мертвому дереву. Хватаешь нижнюю ветку и начинаешь подтягиваться себя наверх. Ветка гнется под твоим весом, и ты понимаешь, что она тебя не выдержит. Ты отходишь. Ну, у нас есть ручной эльф. Yes, my friend. What can I do for you? Так. Это все у него спрашивали. Ты смог бы забраться на дерево и забрать кристалл? Right, сейчас вернусь, говорит. Давай. Бяу. Дама же играет до сих пор, я надеюсь, да? А то неловко получится. Так. Принц прям на кончиках пальцев. Да? Around the unnatural steel giants. Тип-тойс, да, прокрадывается как бы мимо неестественно застывших гигантов. Забирается на дерево и хватает кристальный фрагмент. Он уже практически спустился вниз. Нервно осмотрелся по сторонам на титанов. Причем титаны теперь с маленькой буквы. И тяжело спрыгнул на землю. Он прибежал к тебе и доставил тебе кристалл. Весь в поту и задыхающийся. Так, о, кристалл на кристалле, есть рисунок. Кристальный фрагмент. Посмотреть на кристальный фрагмент. Когда ты внимательно его рассматриваешь, ты замечаешь, что на кристальном фрагменте кое-что писал. А, что он является частью чего-то большего. Это условно, да, как бы. Шестиугольное. Он условно шестиуголен. И какая-то руна на нем выгравирована. Выгравирована. Гравировали, да не выгравировали. Да, Вовыня. Та самая. Так. Ты предполагаешь, что это часть... Фрагмент... Часть копии... Что это фрагмент? Нет, you guess that is a fragment of a copy of the entire world seal carved from crystal. Что это часть копии от большого мирового, мировой, большой мировой печати, выгравированная в кристалле. Угу. Так, надо ее изучить срочно. Идентифицировать. Так, ну ничего не происходит, потому что он явно не магический. Хорошо. Так, ну я думаю, нам пора валить. Так, что-нибудь отсюда можно еще урвать. А веточку можно сломать? Нет, до нее не добраться. Ну и ладно. Валим отсюда. Пиум-пиум-пиум. Пиум. Выходя из леса, ты замечаешь... рокотание за своей спиной. Ты понимаешь, что титаны находятся теперь уже за пределами слышимости мелодий, и они явно в ярости, заметив, что их драгоценный precious relic, relic сокровище, precious драгоценный, драгоценное сокровище, тавтология, да? Что их драгоценность, значит, украдена. И они просто в разнос пошли. Ну, рампейдж, они устремились к тебе. And not coincidentally you. Toward it. И они как бы устремились к ней, ну, то есть вот к этой штуке, к кристаллу. И не по совпадению, не случайно, ну, как бы, coincidentally. Coincidentally это случайность, да? То есть и не случайно, ну, то есть не то, что не случайно, и... Ну нет, здесь получается, что... как бы я просто пытаюсь придумать на русском формулировку, которая бы соответствовала вот этой фразе. Что так как я держу этот кристалл, а титаны стремятся к кристаллу, то не по случайному совпадению они стремятся и ко мне. Вот такой смысл вкладывается. То есть потому что, ну, просто тексты... Да, да. Можно понять, что они стремятся и к тебе в том числе. Потому что как бы кристалл у тебя... Ну, то есть просто прикол здесь текстов в том, что их писали писатели. Не сценаристы какие-то там просто, да. А именно
литературные писатели. Я вот тоже. Такие приятные тексты прям вообще. Так. Так, надо избавиться от печати, они кричат, потому что флейта больше почему-то не действует. Они найдут нас и разорвут нас на части. Надо избавиться от реликта. А зачем избавляться? Мы до корабля не добежим? Разве? Так, надо сохраниться. А, все, бежим гномом, я понял. Нам, короче, не дают убежать. Бежим гномом. Прячемся туда. Да. Ой, сейчас мы титанов приведем к гномам. Вот это будет драка. Точно начнется атака титанов, как аниме, да, или как оно там называется. Attack on the Titans. И... Titans Attack, или как оно... Неважно. И нам откроют убежище. Да, хранилище нам откроют с оружием. И там же золотой этот... Золотой молот. Входим. Да, титаны, значит, ломятся сквозь лес, не беспокоясь о том, что стоит на их пути. Здоровенно мамонт. Вот они классно используют много прилагательных, а я могу их заменить только словом здоровенное. Ненавижу себя за это. Мамонт. Да, монструозное. Титаническое. Ну, они же титаны, титаническое. Но титаническая тавтология получается. Огромно, ну пусть будет огромная, ладно. Огромная рука хватает тебя и сжимает. Когда давление становится... Has made a bloody pulp of your body. Gentle fingers remove the crystal fragment. Когда давление становится как бы настолько сильным, что... Не понял. When the pressure has made a bloody pulp of your body. Когда давление из твоего тела делает кровавое месиво, да, нежные пальцы отпускают фрагмент кристалла. Конечно, ты уже не то чтобы осознаешь свою потерю, как и вообще что-либо. Да, когда из тебя делают кровавое месиво, обратной дороги уже нет. Пам-пам. Не удалось сбежать гномам. А, то есть надо просто бросить, наверное, его туда. Да? То есть не самому убежать, а бросить туда. Put crystal. Да, ты бросаешь кристалл в дыру. Ты слышишь, как оно стучится о стенки, падая вниз. Так. Значит, титаны пробились сквозь лес. На-на-на-на-на. Фокус. Они полностью тебя игнорируют, и тебя, и твоих компаньонов, и концентрируются на... On the stump in the middle of the clearing. На пне посреди поляны. После нескольких попыток они медленно начинают понимать, что даже маленький из них не сможет туда пролезть. Так, и подобный факт, возможно, и остановил бы кого-нибудь менее умного, чем титаны. Так, еще раз. Someone even slightly smarter. Stop it, someone even slightly smarter. Остановил бы кого-нибудь, кто был бы хоть чуточку умнее, чем титаны. Голыми руками они начинают копать собственный тоннель. Из дыры слышны крики и боевые кличи гномов. Там-там, сейчас что-то начнется вообще просто. Так, вот теперь можно залезть, я думаю, в тоннель. Так, ты пробираешься, значит, внутрь пенька. Но быстро понимаешь, что он слишком, путь слишком узок для тебя. Да, возможно, он слишком узок для любой расы. И предназначен только для гномов. Ты вот вылезаешь наружу. Так. Интересно. Интересно, значит, эти начинают копать. Дама у нас ушла туда, гномская. Так, ребят, я отойду на минуту, пока тут напряженный момент. Я отойду, мне надо... Мне надо отойти, в общем.
Раз, два, три. Во. Хорошо, что палец проверять, а то бы сейчас начал. Звук просто не включился сам. Так. Что у нас тут? Напряженный момент. Значит, титаны копают. Титаны копают. Копают титаны. Дыру нам не пролезть. Дыру нам не пролезть. Титаны копают. Нам нужно как-то будет попасть в хранилище оружия гномское, чтобы забрать. Точнее, нам-то забирать на самом деле молот смысла нет, потому что, судя по книге и судя по легенде, чтобы открылись врата в цитадель, нужно, чтобы каждая из рас самостоятельно, по доброй воле, поместила свой предмет в пазы, и только тогда оно откроется. То есть, как бы, участие патринов в этом не нужно. Патрины вообще не входили в план Сартан, поэтому надо, чтобы они сами это сделали. Так что нам не столько надо его заполучить, сколько уговорить кого-нибудь этим воспользоваться, да? Эльф и человек у нас уже есть, остался гном. Так. Блин, я сейчас вспомнил игру, которая тоже была, кстати, хорошо озвучена, прикольно нарисована и тоже из 90-х. Это Lands of Lore, по-моему, первая. Тоже на мульт... Или Lands of... Я вечно их путаю. Есть Lands of Lore, а есть... Что-то там Realms. И там партийная Dungeon Crawler с озвученными тоже персонажами. Блин, надо вспомнить. Вообще бы в Ultima Underworld поиграть, на самом деле. Так вот, по-хорошему. Классика. Так, дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Что? Значит, теперь мы можем гулять, да? На нас внимание не обращают, мы можем погулять. О, вот она. Привет. Я, говорит, стояла прямо в тоннеле, разговаривала со старейшинами насчет того, чтобы они открыли мне убежище. Но тут на меня кристалл упал прямо сверху. Прямо на... кристалл упал сверху, прямо на голову старейшин. И перед тем, как я... еще до того, как я засмеялась, я услышала, как гиганты пытаются прокопать тоннель к нам внутрь. Старейшины с ума сошли. Они, значит, подняли тревогу и открыли убежище прямо там, где были. Я схватила кристалл. Я схватила оба. И кристалл, и золотой молот. И побежала обратно. Я надеюсь, что это избавит... Ну, как бы мы будем с тобой в расчете, так что я тебе отдаю оба. To you and lead the giants back to their home. Так, я надеюсь, что мы как бы разберемся с двумя вещами, да? Я как бы отвечу тебе... Ну, в смысле, верну тебе долг, и заодно мы избавимся от гигантов, потому что приведем их домой. Вот меч, который... Ой, это меч. Почему меч? Молот, который ты хотел. Да, я рада, что смогла тебе отплатить. Так. Теперь мы... Единственное, что мы должны дождаться, чтобы гиганты вернулись домой. Они прибудут, дверь откроется, и все будут счастливы, я надеюсь. Да. Насколько бы... Как бы сильно она ни старалась, она не может скрыть свой страх от все приближающихся звуков шагов. Так. Так, ты повел троих молодых, подвел троих молодых к соответствующим символам на стене у двери цитадели. Они не каждый, не все, ну, то есть они не совсем, не до конца поняли, что ты хотел от них, но ты их заверил, что все прояснится вскоре. Когда последний символ вошел как бы в паз, слид, да, это вот, вставлять что-то в пазы, дверь открылась, открывая всем светящийся город, древний город Сартан. Титаны прибыли, топоча ногами. But when they come upon the gaping doors of the citadel, they lose all interest in the crystal fragment. Да, но когда они увидели открытые врата в город, они потеряли всякий интерес к кристаллу. Вместо этого они ворвались в город. Fall into the city and the and take positions in front of massive machine. И встали перед здоровенной машиной.
как будто бы они знали, что они делают. Блин, а верните мне, пожалуйста. А, черт, ладно, короче, надо... В следующий раз надо не перемещаться по карте, потому что я теперь не вижу, что там на заднем плане происходит, да? It seems that they do. И похоже, что они что-то, да? It seems that they do. Что они счастливы. А, ну это если продолжать диалог, да? Который был. Тогда Миха типа, что они будут счастливы. Что все будут счастливы. И похоже, что гиганты счастливы. А, нет, не то. Это продолжает другой диалог. Что типа они знают, что делать. И похоже, что действительно они знают. Через несколько минут разбирательств и нажимания всяких кнопок город ожил. Засветились огни, и вся цитадель начала так приятно гудеть. Меньшие расы ворвались внутрь, глаз широко открытыми глазами. Обдумывая свой квест, thinking you're about your quest, you regain the crystal fragment from the distracted dwarf. Вспоминая о своем квесте, да, ты понимаешь, что у тебя опять есть кристалл. Так, здесь комната, здесь места хватит для всех рас, говорит принц. И его высказывание эхом разносится, is echoed by this. И его компаньоны повторяют, как бы его высказывание. Если мы можем жить вместе, we could do better than ever. Типа, мы добьемся большего, чем когда-либо. Да, значит, меньшие расы продолжают между собой общаться, но ты на твое внимание привлекает кое-что другое. В пути, ну, в этом Arcway, в проеме, в галерее, под аркой, в нескольких футах, ну, дальше вглубь цитадели. Arcway, проход, да, в нескольких футах вглубь цитадели, украшенный печатью огня. Он привлекает твое внимание. Так ты видишь Зифнаба. Coughing and ineffectually brushing soot from his robes, he looks up, sees you as well, and smiles. Я не очень понял, что он там делает со своей одеждой. Что-то он там ковырялся в своей одежде, он увидел тебя и улыбнулся. Хапло, друг мой! Я знал, что ты справишься. Они значит, поместили свои символы на проем, даже не зная зачем. Какое достижение, если моего мнения кто-то спросит, то я считаю это хорошим достижением. Это показывает лидерские качества. Ты вдохновил... Inspired loyalty, верность, да, в этих детях. Они доверяют тебе. It's a good thing they don't know that you're just scouting for your lord. That soon he will destroy these children's lives for his dreams of comfort. Типа, да, они, ну как же приятно видеть, что они работают вместе, да? Жалко, что это ненадолго. Он шепчет тебе в ухо. It's a good thing they don't know that you're just scouting for your lord. Да, хорошо, что они не знают, что ты здесь только занимаешься тем, что разведываешь для собственного владыки всякое тут. That soon he will destroy this child. Что скоро он уничтожит этих these children's lives, жизни этих детей в погоне за своей мечтой о завоевании. Вот как вот это вот испортит их день. Но мы сохраним это между собой, да? Когда будет только между тобой и мной. Если ты понимаешь, о чем я. Не беспокойся, Хапло. Я не буду мешать твоему заданию. По факту, вообще. У меня для тебя подарок. Collection around the office, but no one seems to like you very much. Most of their ideas are going away present, but they all think you're on the side of you. That doesn't make you very popular. Most of their ideas is going away present, took the form of a punch in the mouth. Так, я только не понял, какую коллекцию он собирался собрать. Типа, у меня для тебя есть подарок. Я пытался собрать какую-то коллекцию по всему офису, around the office. Я вот не очень понимаю, что под этим подразумевается. Но никто, похоже, никому ты, похоже, особенно не нравишься. Типа, я ничего не говорил, но все они думают, что ты на стороне зла. И единственное,
И тебя это не делает особенно популярным, да? А большая часть их идей сводится к тому, чтобы подарок для тебя выглядел как бы пинок в рот, удар в рот. Ну так написано, punch in the mouth. То есть не просто куда-то, а именно в рот. Ну, короче, я с тобой пойду. Я не бездумная марионетка, I said. Я сказал я. He has very good reasons for wanting to destroy everything. У него есть свои очень хорошие причины, чтобы желать уничтожить все. Sure, he thought his whole thing through. Я думаю, что он все продумал. Ну, как бы у него все продумано. В том смысле, что он обо всем подумал и пришел к такому заключению. Они выглядели несколько сомневающимися. А я знаю своего старого друга. Хапло. Ты прорвешься в конце концов. Anyway, since no one chipped in, I got you this. It's a genuine 100% natural. Так, он дает тебе обычный камень. Типа, несмотря ни на что, у меня для тебя есть вот это. Это 100% настоящий, сферический, всецелевой combating device. Боевое устройство, какое-то зловещее, злобное, ну, типа, вредоносное боевое устройство. 100% натуральный, без ГМО. Действительно, я знаю, о чем ты думаешь, Зифнап. How can this obviously rare and well-crafted document holder also combat evil? Типа, Зифнап, я знаю, что ты думаешь. Это он говорит сам за себя, как будто бы... Ну, короче, ладно. Он говорит, что я знаю, что ты думаешь, Зифнап. Как может быть очевидно редкий и хорошо сделанный держатель для документов быть оружием зла? Но не переживай. Эта конкретная пресс-папье магическая. Вот что я тебе скажу. As the stone approaches true evil, it will glow. Soon you will encounter... А когда этот камень приближается к истинному злу, он начинает светиться. Скоро ты встретишь настоящее зло, и тогда ты об этом узнаешь. Даже в лабиринте. И эта магия... And it has magic, horrible, powerful, destructive. Even the greater than you are, you ever know. А, типа, ты встретишься с таким злом, которое более великое, чем то, что было даже в лабиринте. И оно обладает магией, ужасной, могущественной, разрушительной. Намного отличающейся от той магии, которой мы повелеваем. Этот камень отреагирует на эту магию, и чем ближе ты будешь, тем ярче он будет светиться. Когда ты будешь непосредственно перед лицом этого зла, разрушь камень, разломи камень. Но ты поймешь, когда этот момент настанет. Угу. А что произойдет, когда я его разломлю? А понятия не имею. Но я думаю, что это будет впечатляюще. И на всякий пожарный, если это не сработает, используй план Б. Hurl that sucker. Типа, уничтожь этого ублюдка. I find that a nice, solid poke upside the head always slows evil down. Как бы я нахожу, что... Nice. Типа, хороший... Крепкий такой удар по башке всегда останавливает зло. Ну, то есть, если не сработает разломить камень, чтобы что-то там произошло, типа, хорошенько вдарь злу по балде, и все пройдет. И ты думаешь теперь, как он может предлагать мне такое? Well, astute of you, Hoplo, I can't afford it. How can he afford to give this away? А, как он может позволить себе отдать такое, да, важное? Ну что ж, Хапло, я не могу себе этого позволить. Конечно же, I'm taking out. Блин, у него такие интонации прикольные. Of course, I'm taking a loss of this transaction. Конечно же, я, ну, как сказать, taking a loss. Типа, я себе в убыток отдаю. Но когда твой друг тебя просит... Когда тебе вдруг тебя спросит, where do you get that great evil combatter? Где ты достал такую великую? Where had you get that great evil combatter? Где ты добыл такую
клевую, да, вещь, которая, ну, позволит тебе... Блин, английский язык, позволяющий комбинировать эти слова, меня прям раздражает. Evil Combatter означает, что злоборец, да, как вот есть слово драконоборец, да, Dragon Slayer. Так и здесь, вот Evil Combatter, то, что позволяет бороться со злом. Ты ответим, что ты получил его от старого доброго Зифнаба. И когда они тебе, telling their friends, и когда они расскажут своим друзьям, and soon they are telling their friends, and they are telling their friends, eventually everyone has a Zifnab special. Господи. И когда они расскажут своим друзьям, а те расскажут своим друзьям про меня, да, в конце концов, everyone has a Zifnab special. Вот этого я вообще не понимаю. В конце концов, все получат... Eventually everyone has a Zifnab special. Я не очень понимаю, что под этим тоже подразумевается. Все has. Have has. Да? Has. Everyone has a Zifnab special. Не знаю. Так, значит, возьми вот эту печать Приама, Приана, вернись к своему владыке, но помни, что ты здесь увидел, помни этих людей. Внимательно обдумай, что ты будешь делать и почему. Он поворачивается и уходит из цитадели, но к тому времени, как ты добираешься до выхода, он уже исчезает. Фу, дал нам камушек. Можно мы теперь посмотрим? Вот. Вот они. Да, титаны теперь встали у пульта управления и заправляют теперь цитаделью всяко-всяко. Интересно. Опа, печать. Вот, взяли печать огня. Кайф. Хм, прикольно у них эти арки такие, арабские. Ну тут минареты, да, арабские арки. Прикольно. Все такого вида восточного, все. Ближневосточного, я имею в виду. Так, посмотрим на камушек. Идентифицируем заклинание. Он же магический. Да, идентификация has trouble making sense of rock magic, which is unlike the magic you command. Trouble making sense of the rock's magic. Типа идентификация с трудом справляется. Заклинание с трудом справляется с идентификацией магии, потому что она отличается от той магии, которой ты повелеваешь. На самом деле камень и обычный is either. Он и обычный. Он или либо обычный совсем, или настолько отличающийся от всего, что ты когда-либо видел, что заклинание не может распознать. Что за магия в нем сокрыта, да? Угу. Кусок печати огня. У нас теперь есть стрела. Сохраним. И пойдем отсюда пешком. Чпач. Так, ну что? Так, это лес, нам сюда не надо. Ну, я не знаю. Нонград, тебе интересно тут еще ковыряться? Ну, в смысле, будем ли пытаться найти какие-то предметы? Но я сомневаюсь, что мы что-то упустили. Вот прям чуть-чуть крупно сомневаюсь. Можно, конечно, попытаться под стадели побродить. Но тут вроде больше некуда. Вот тут одна комната всего. Осмотреть цитадель. Убранство цитадели даже более впечатляющее, чем ее внешний вид. Ну, в смысле, фасад. Башни, spires, да, пики, башни. Spires and towers. Вот towers — это башня, а spires — это шпили, да? Шпили и башни jet from, ну, типа, торчат в небо, да, из более низких конструкций, ну, зданий. Все из них... И все они как-то объединены между собой.
Это одно большое здание, образующее весь город, функционально, также в той же степени, как и красиво. Прикольно. Одно большое здание. Интересно, насколько это действительно удобно. Так. Но я сомневаюсь, что мы здесь что-нибудь найдем, прям путное. Так, надо переместить заклинание. Переместить печать. Где она? Рун трансфер, да. На управляющий камень. В смысле? А, печать огня же у нас есть уже, да? Нам печать огня нужна, собственно... Чего я гоню? Да, она нам нужна... Подожди, а вот это что? Кристалл фрагмент. Вот это новая печать. Вот ее надо переместить. Да. Заклинание. Перемещение руны. На камень. Вот, да. Та-данч. Новый кусочек. Новый кусочек. Все, перемещаемся обратно в Nexus. Поговорим сейчас с этим, с Кзаром. Кзар, здорово. Только надо сохраниться перед этим. Кзар. Здорово, Кзар. Ты отдаешь ему печать огня. И рассказываешь ему о том, что пережил в Приане. Он внимательно тебя слушает. Особенно описание Зифнаба и Титанов. И обеспокоен обоими этими двумя встречами. Отлично, сын мой. Ты превзошел самые смелые мои ожидания. Не только ты восстановил печать Приана, достал ее, но ты открыл еще, обнаружил еще и живого Сартана. Я сомневаюсь, что он единственный, как он заявляет. И к тому же эти титаны... Типа, и титаны вот эти, которые там появились, это... Как тут сказано? И в дополнение к тем титанам, его сила означает, что он тот, с кем стоит считаться. Надо скорректировать свои планы, чтобы компенсировать его присутствие. We might have to destroy this citadel. Возможно, нам придется уничтожить эту цитадель, чтобы убедиться в уничтожении гигантов, что гиганты тоже уничтожены. Какая жалость, что ты не смог Зифнаба привести сюда, чтобы мы его допросили. У тебя есть часть мировой печати. Да, помести именную руну мира Абарах на управляющий камень и уезжай как можно скорее. События развиваются быстрее, чем я думал. Не, в смысле, вообще в быстром темпе развиваются события. Если даже один сартанин знает о существовании, о твоем существовании, мы должны предположить, что они все знают. Но нам нужна информация. Так, мы должны понять, like where the sartans forces are and what they number. Типа, какие еще силы сартан присутствуют в других мирах и в каком количестве. И мне нужны эти печати. Удачи тебе, сын мой. Так, Зифнаб, похоже, безумен, но... But he genuinely cared about the men there. He had a plan to make their lives better. Типа, он выглядит сумасшедшим, но он определенно беспокоится о меньших расах и хочет улучшить их жизнь. Да кто ж знает, насколько сартане могут зайти далеко. Он жил в одиночестве с этими меньшими расами, и, возможно, это свело его с ума. Неудивительно, что он ими одержим. Но я надеюсь, что когда мир будет пересобран, переформирован, и мы уничтожим цитадель, он исчезнет вместе с ней. А что насчет дракона Зифнаба?
ты расцениваешь его как угрозу? Если бы я в него поверил, то да. Не прими это за личное оскорбление, сын мой, но драконы — это легенды, сказки и ничего более. Этот Зифнаб играл с тобой. Джилли-билли. Играл с твоим восприятием, да? Read that the Sartan used the command the art of illusion. Типа, я читал, что Сартане — мастера магии иллюзий. Он наверняка создал этого дракона, чтобы... удержать тебя от убийства себя. Это же сработало, не так ли? Так, если ты уничтожишь цитадель, это не убьет ли все меньшие расы, которые туда переехали? Ты сомневаешься в моей тактике? Ты разве не понимаешь, что они... Что угроза, представляемая титанами... перевешивает любые, важность любой жизни из меньших рас. Не прими на личный счет. Don't get personal. Не привязывайся к ним, Хапло. Это война. И всегда будут жертвы. Вот мне уже не нравится, как он разговаривает. Что бы ты хотел знать? Ничего бы не хотел знать. Да, давай. Мужик, серьезно. Он не просто пытается вернуть мир обратно, да, но он хочет еще и миропорядок вернуть, который был. То есть, судя по той книге, которую мы нашли, о сартанянской книге, которая рассказывала про патринов, что, конечно, тоже под вопросом ее правдивость и объективность, потому что они как бы противоборствующие расы, и одна про другую может написать что угодно, лишь бы легитимизировать геноцид. Но все-таки Сартане разобрали мир весь, да, на 5 составных частей и заперли патринов в лабиринте. Как раз для того, я думаю, что они так поступили, потому что у них другого способа не было, да. Они явно проигрывали в войне с патринами, а патрины пользовались лояльностью меньших рас, потому что те расценивали их как богов, поклонялись им там и всячески следовали за ними. И как бы есть ощущение, что патрины все-таки были тиранами, такими злыми владыками того мира. И вот это вот немного... напрягает. И Кзар явно хочет не только воссоединить мир обратно, но и установить предыдущий миропорядок, то есть продолжать править. Насколько эта ситуация верна, мы выясним позже. Но пока в моих глазах это выглядит так. Возможно, все было несколько иначе, и Сартане были злодеями, патрины против них там устраивали свои... Им противодействовали, и Сартане в последней попытке, да, как-то себя сберечь. Вот разобрали мир вдребезги напополам, понастроили всякого. Больницы, театры, всякое такое. Но об этом мы узнаем в следующий раз. А пока на этом все. Увидимся, когда увидимся. Всем всех благ. Чехвост, Нонград, Альп, красавица Леандра. Всем добрейшего утра, приятного дня, хорошего вечера. Увидимся, услышимся.